пока до особняка там дошел и все, а дальше... Первый? Ну, который с PlayStation. Там не первый, там какой-то другой. Четвертый. Хотя называется он, по-моему, просто он называется. The New Nightmare, там же даже более значится. Да, точно. Вот я в него играл. Так было страшно, во всяком случае. В особняке там были мумии бесконечные, которые возрождались каждый раз, когда в комнату заходишь, и все. Патроны кончались, драться было нечем, и мы проигрывали. Ну, кстати, на Wii была своя версия. Че, она чем-то отличалась? Ну да. В смысле на Wii? Ну, это который такой новый взгляд на его Эвондар, где надо там смешивать инвентарь. Я не знаю, что там конкретно, но там вроде как это там своя версия была, но, по-моему, даже сюжет был чуть-чуть другой какой-то. Врать не буду, но своя версия была. Вроде как даже прикольная. То ли Инферно. Уже какой-нибудь ремейк, может быть, потому что Wii, наверное, попозже вышло. HD ремастер. На Wii не было HD ремастеров. Наверное, так никакого. Ну, да. Да, потому что там не было HD ремастера. Ну, SD ремастер тогда. Че у нас? Во что играть-то будем на четверых-то? В маме какую-нибудь-то? Да. Симпсоны я посмотрел, там что-то не очень, но в принципе можно у него. Не, нормально такое. Боки Ахэр почти то же самое. Тандерзон уже играли. Симпсонов я давно играл, это вроде нормальная такая. Лучше, чем Гейнграунд. Ну, на вид битэмап она вообще не такая. Гейнграунд все-таки стреляешь, а так. Да нет, это Гориан, собственно, последний пост мой по мастер системам. У меня там как раз Гейнграунд был. Он его увидел, сразу ужаснулся. А черепашек играли уже в обоих? Нет. Ну и ту, и другую на аркаде. И вторую, и первую. Ой, и третью. Ну, короче, нет. Ну там ничего, они пока не лучше Симпсонов. Ну, а в Баке Ахару играли? Он нет. Тоже мало чем. Там, считай, суперудар у всех по одному суперудару и что-то еще там. Короче, говно. Да, в Баке Ахару только без Щепыча играть. Не, ну я играл. Щепычу трудно угодить с битэмапами. Не, ну, нужно, чтобы они были не хуже, чем, этот, как его, Dungeons and Dragons. Shadow of Mystaria. Если хуже, то все. Можно даже не пытаться. Ну, черепахи хорошие, да. Вопрос на засыпку. Кому нравятся первые больше, чем вторые? Ну, вот который Arcade Game я играл нормально. Черепахи. Но они хуже, конечно, чем во времени, но тоже хорошие. Ну, вот мне, например, во времени нравятся гораздо хуже, чем оригинальные. Да, они вроде почти то же самое. Не скажи. Я впервые черепах поиграл каких-то в гостях в прошлом году на... И не есть, с такого даже лицензионные были. Это первый раз, когда я в них поиграл. И NES тоже, наверное, американский, не какой-то там денди, а прям натуральный NES. Не, скорее всего, японский, там что сверху. Ну, там буржуи. Либо европейский. Ну, американский же тоже был сверху, который ставился. Там нет, какая-то новая американский. Там был магнитофон. Там две версии было, не надо. А, ну там был какой-то, да. А, ну это скорее всего, это второй. Так, вторая модель была. Ну, короче, давайте Симпсонов, а там посмотрим, что успеем. На Симпсонов. Мы просто боимся спугнуть Щепыча плохой игрой. Да. Не, я отвечаю, это вообще хорошая игра, там годная там. Да там нет даже ничего, они одной только этой дерутся. Они это комбинированные атаки там есть. Единственное что. Ну, может быть. Когда вчетвером играем, наверное, это нормально будет. Так, одному так. Даже до первого попадания в психушку будет нормально. На Сеге, не, или на Денди, не помню. Ну там Симпсоны, Барт против космических мутантов не играли. Я играл как-то раньше, давно, первый раз, когда начал играть, там я ничего не помню. Ну просто понял, что собирать надо, что-то там закрашивать. Играл, первый уровень так и не осилил, потом уже как-то переиграл много раз. У меня тоже Симпсоны очень плохие воспоминания связаны, так что не будем.
Я вот потом уже сумел пройти этот первый уровень, уже открыл второй, там оказалось, он гораздо проще, там просто надо проходить, собирать какие-то шляпы, это вообще было просто. И я так далеко в нем ушел. Так. Первый уровень там только трудно, а дальше там уже проще. На первый уровень. Единственные Симпсоны были на Game Boy Color. Мне тогда подарили Game Boy Advance. И никто не знал, какие для него нужны картриджи, потому что были черно-белые, были цветные, и были такие маленькие, тоненькие для Адванса, которые были в два раза дороже остальных. Ну там игры хорошие на нем, на этом Адвансе-то. Да, и к сожалению, я не успел его толком распробовать. Сломал, что ли? Нет. Ну, блин, ну одна игра стоила почти, сука, 6 или 7 сотен стоила, это было очень дорого по тем временам. 600 рублей, не сила. А сейчас... Ну, а часть пиратку можно заставить. Ну да, зависит от ТБ, если лицензия пиратку там, не знаю, или флеш-картридж купить, и вообще не мучиться. А флеш-картридж, это, кстати говоря, 3-4 тысячи стоит. Вообще как приставка сама. Ну да. Вообще сейчас это, думаю, на Новый год, это если вдруг будут лишние деньги, это купить Game Boy Micro, который такой маленький. А вот насколько там батарейки-то хватает вообще, чтобы поиграть? Точно так же, как это и на обычных адвансах. Ну, я и там не знаю, сколько приблизительно-то. Гурин, а ты в курсе, что Game Boy Micro отвалилась поддержка обычного черно-белого? Да, я в курсе. Да, это тебе прям нужен, что ли, очень? А он прикольный, там прикольный уже, да, там Марио знаю, хороший. Для старых это у меня обычный Game Boy Advance SP есть. А. Зачем тебе тогда микро? А микро, потому что он сам он себе такой... Ну да, он такой прикольный, это и панелька там сменная, и плюс это выход для микрофона есть. Кстати, Гурин, хотел все спросить тебя как эксперта, есть ли смысл покупать последнюю версию этого 3DS-а, XL? Смотри, если ты будешь брать XL-ку, в любом случае, ее все-таки стоит взять, которая ньюшка, потому что те же покемоны, они тормозят на старой. Конечно, не так заметно, но... Ты мне лучше скажи, какие там есть недостатки по сравнению со старыми моделями. Если там Final Fantasy 14. Нет. Пока нету. Недостаток там только один, то что, во-первых, дороже стоит, а во-вторых, там у маленькой модели иногда может встретиться брак в виде проводков, которые они могут прям выходить из шлейфа. Вот, но это вообще прям редкость прям большая. И у XL там часть партии идет с AMOLED-экраном, а часть партии с стандартным TFT. Какой из них лучше? И как их отличить? AMOLED очень яркий, такой контрастный, то есть он насыщенный. А TFT, но это типичный ЖК. То есть TFT лучше. Прикол в том, что там это, их очень сложно отличить. У Nintendo все там по-своему, как всегда. Это там ньюшку сейчас взял, маленькую. Как я понимаю, там совместимость с предыдущим всем есть нормальная. Ну да. Плюс там это панелька сменная у маленькой. Ну, панельки это ньюшки. Что-то я вообще очень уже только сейчас мог Симпсон загрузить. Я уже их загрузил и скинул. Я правильно слышал, что там можно запускать эти игры в исходном разрешении? Какие? То есть, ну, чтобы не на весь экран они растягивались, XL-ки, а показывали, как они реально были на маленьких моделях. А там разрешение больше стало? Там, по-моему, просто... Не, соотношение сторон, наверное, может иметь. А, какие именно? Ну, блин, например, игры с первого, допустим, DS, они же явно там меньше разрешения. Первый DS, да, там меньше разрешения, ну, но смотри, вот когда ты их запускаешь просто на 3DS, просто, ну, берешь, тыкаешь на картридж, они запускаются на весь экран, в плеере. Вот. То есть верхний экран, он как бы шире получается, но обрезается там картинка, ну, черные поля. Ну, ты понял. Вот. Но там получается такая картинка немного мыльная. Вот. Если хочешь без мыла играть, просто там Select и Start зажимаешь при запуске игры. И в родном разрешении запускать просто. Ну вот об этом я спрашиваю. То есть оно есть такое, да? А? Да, такая возможность есть. Понял. Отлично. Во что ты там рассчитываешь играть на этой Wii U? Или что там такое? Ну, как минимум, я хотел в Revenant Wing играть 12-ю. Да ну она кальная. Блин, тебе прям понравилось. Wii U? Я. Нет, Revenant Wing. На DS, которая была. Ну да, я говорю, она калкальный. Не знаю. Там хрен пойми, что такое.
Блин, я запустил на эмуляторе. Опять я у тебя это эхо слышу себя. Не знаю. Как только щепочка говорит неприятный для депутата вещи, у корпуса начинается эхо. Да нет, оно с самого начала. На записи стрима у тебя, по крайней мере, нет никакого эхо, так что ничего страшного. Я сейчас отойду, подойду на секундочку. Ой, наоборот. Чего? Какая мне разница, что там на записи стрима? Мне сейчас мешает это. Я сойду с ума так. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Тебе надо как-то, чтобы тебе наушники и микрофон не дули. Ну-ка, недалеко. Никак как-то не сделал так получается тогда. И столько еще чише тебе сделать. Я так не понял, Дерфас что хочет, Wii U взять себе? Не Wii U. Ну, ты сейчас про что рассказывал? 3DS, 3DS XL. Да. А, 3DS, ну, 3DS, да, это хорошая вещь. А я не запомнил. Wii U-то значит, на кой говорю. Черт, там вообще ни черта нет. Wii U как? Это создание девы какой-то. Чего-чего? Кристалл Дефендерс или как он там? Непонятное. Блин, не говорите одновременно, я так никого не понимаю из вас в итоге. Короче говоря, если... Вообще это, я собираюсь брать этот самый Switch в следующем году. Ну, он дорогой, наверное. Нет. Как PlayStation, наверное. До 20 тысяч, говорят. Сейчас он Xbox этот первый продается за 20 тысяч по акции. Ну да, да. А он явно круче. Я не знаю, что он круче. На нем эксклюзивных вот игр-то нет никаких. Вон те. Батискафе сколько хорошего про него рассказывали, как это вообще? Будем Батискафе что угодно там расскажут. Там все из Microsoft. Там половина из Microsoft, половина работают. Я вроде в Буке. Там... Скачок из Microsoft. Ну, может быть. Хрона из этого... из Буки. Ну, что там вроде не работает. На этот, да, не работает, но все равно они это в мой ру сейчас перешли вроде. Но они там это, у них одна компания там. Все равно. Все друг с другом там знают все. Так что. Ну там к игре-то присоединяйтесь уже, тут уже все создано. Ух ты! Все уже создано. А вот говорю, там есть какая-то игра альтернативная версия, это чем отличается стало? 4 плеер сайт, и все. Типа разными игроками просто играть будешь. Не знаю, может там какая-нибудь. Может модификация какая-то. Да хрен его знает. Кстати, здесь персонаж зависит от того, это кто понятно. Каким игроком будет. Ну, Щепоч будет Гомером, а я буду Марч, черт возьми. Не а где вы? Главное, не а Лиза. Там это MLM Games или как-то. Чан, удачи быть уже. Тебе Лизой. Эмулент. Ау! Эмулент? Да. Си пацаны. Горена Пинк самый маленький, он вообще, наверное. Сам, наверное, там на эмуленде стримит. Сервером сидит. А, точно. Вау. Вот это гипноз. Нормально. Было еще и хуже. Да блин, чего он у меня не работает? А. Да блин. Давайте заставку посмотрим, вдруг она смешная. Ну, в мультике все время смотрели заставку эту. Вступительную, которая каждый раз разная. Ну, я смотрел мультик сначала. А ты обычно не по телевизору ее смотришь его? Нет, смысл, что... В основном из-за этого только и начинали смотреть. Потому что вступительная заставка все время смешная, все время разная. Ну, я готов. Я обычно по вступительной заставке определяюсь, видел я эту серию или нет. Ну да. Правда, их уже так мало осталось, которых я не видел, из старых, во всяком случае. Только на старые в основном попадают. Хорроры. Ой, блин, я что-то Гомер, что ли, оказывается? Страшные серии мне нравятся больше. Так, две кнопки тут всего. Ага. Изумруд хаоса. Да-да-да. Сосало. Это заяц. Жмакайте старт, кто там не нажал. А я не знаю. Я не нажал. Ну, я Марш. О, я Барт. Как-то непонятно, почему первые. Две кнопки одновременно что-то делают. А, жопы бьют. Да. А у меня ножницы делают. Дверью могут жмакнуть тебе по башке.
с разбегу нельзя. Блин, что-то Гомер какой-то кривой, он бьет в другую сторону от того, куда смотрит. Ну это же Гомер. Нажал из своих пончиков. А! Оу. Вау. Ау, ау, не бей меня. А чё, твой суперудар не отнимает жизни, что ли? Ну, на, обычно. Просто... Оу. Там дальше машина будет. Когда я пытался один играть, марш её не смогу поднять. Попробуем вчетвером. Вот это. Я и думаю, что можно вообще поднимать. Ну, она пыталась. Вот у меня одного тоже не получается. И, блин, я сдох. Может, но... вообще нельзя. Давайте. Ну, ну. Где вы все? А что нажимать-то? Удар. Не, не, у меня вообще никакой реакции нет. Блин. Хватит прыгать, помогите нам машину поднять. Не получится. Получится. Всем четвером, если... Убейте этого мужика! Наш что, врага убили. Ну, давайте. Ну... Меня вообще Бар, заново. Спустись держать, вниз, Бар. Держать надо, держать надо. Бар, что ты творишь? Они снизу надо подойти. Снизу держать. Подойдите и штыкайте кнопку. И? Ну, и держать атаку. Лиза, давай. Чё-то там Бар не поделал. Лиза не делает ничего. Ну быстрее. Ну ещё Лизы потому что не хватает. Ну давай, блин. Ну все. Опа. Еще раз. Мы еще живы. А нет. Главное, чтобы не свернуло с экрана. А, стойте. Че? О, ну, ну. Лиза, атака. Просто атака. Нифига, не работает у меня. Не, мне надо просто нажать как-то так аккуратнее. О, у тебя получилось почти. Ну, Бар теперь. Понял. И чё? Все равно нифига? Может. Может, надо быстрее жать? Мы тут континуем. О! А, во. И чё, и чё? Ну, главное, что сделали, хрен с ним. Ух ты. Нам это надо было делать, когда врагов много было на экране. Наверное, я как думал, можно было в одиночку это сделать просто. Нет, я в одиночку долго пробовал. О. О, что-то сожрал. Правда, нам не надо, ну. Оно, по-моему, там бесконечное, что ли? Он заяц какой-то. Всё, хватит. Кончились. Чё-чё? Их ещё надо добить. О, шарик для боулинга. Что это такое? Музыка как черепашка ниндзя какая-то такая. Это Конами же. Кононами. Кононами. Че у нас это. Общие совместные атаки-то не делаются нифига. Как, а как вообще делают? Гурин, рассказывай нам, ты же специалист по Симпсонам. Здесь, наверное, нету совместных атак. Есть. Я видел в демонстрации. Нам надо как Golden Action, наверное, встать напротив друг друга, поговорить, потом. Допустим, атаку, Марш и Гомер, они превращаются в такой шарик. Ну давай, Марш. Объединяйся. Надо бы как. Ну да хоть стай на месте тогда. Я тебя пытаюсь найти. Просто атаку попробуй. Да я нажимал. How my hair. Он что-то сказал. Как ты сказал? Как мои волосы. Я понял, что ты сказал. Каковы. Да это просто, наверное, отстояние на месте такое срабатывает. Надо инструкцию курить. Может, надо подобрать просто что-то. Какой-нибудь такой значок. Странно. Почему Смитерс таким злобным стал? Ну, они что-то украли. Вот, чего жать-то? Обе кнопки или что? Ну, атаку, наверное. Что-то у меня все хуже идет. Чан выиграл. Как всегда. Фу, зайца вообще не было. Это эксклюзив. Ну да. Хотите зайца, играйте в нашу игру. Щекотка такой лучшая. Красти был поддельный. О, какое-то у меня вращение пылесосом было. А тут, по-моему, вниз-вперед есть атака. Ой, вниз-вперед атака, да.
что-то такое есть, по-моему. Или назад вперед. Ну как-то, короче, что-то там есть такое. Чего у тебя случилось? У меня как снаряд полетела собака. Как в этом Bark Knuckle. Да, попал прям. Пенсионеры все. Народец Супер Дарк посильнее бьет. Или кажется только так. Ах ты. Я вообще мало чего понимаю на самом деле. У меня какие-то очень короткие руки. Да ёлк. Ауч. Чё-чё-чё-чё. Ауч. Красть. Там бабуина нельзя освободить. Бьет нас. Это какой-то гомер. Гомера буин. А, может прям по стволу бить, не обязательно прыгаешь. Ну, он берет. Ауч. Ай. Ой. Ничего, он убежал. Прям вовсе ломают. А, это просто атака назад вперед я сделал что ли. Да. Ну она как-то да. То она назад вперед, то она вниз вперед, там что-то как-то я пробовал, так и не понял, как она точно делается. Она как-то случайно получается. Ну, короче, по кругу имеется, там, наверное, стик был. В автомате-то. Понятное дело. Сейчас кто-то выйдет оттуда, я чувствую. Да. Да, блин, чё они такие кунвау, блин, какие-то. Здоровье кончается. Да не упоротые. Здесь типа один континуум, две монеты. Ау. Да. Нет, наоборот, одна монета, две жизни. Как делать двойные атаки? Назад-вперёд. Да я не про эти говорю, я про... совместные. Куда убежать-то? Лиза, пошли. Надо стоять. О! Теперь атака. Чё ты сделал? Нажимай атаку. Надо как в Golden Axe постоять, чтобы они говорить начали, потом атаку нажимать. Давай, постои. И потом что-то нажимать надо. А, вот. Кто управляет-то? Я. Вроде я тоже. Нам вдвоём можно управлять. А кто бармен? Бартман я. Это Гурин. Ой, да. А, значит, мы с Гурином объединили силы. А другие могут объединиться как-то? О, да? Всем. О. Барт, еще с тобой потом объединимся. А, это убивать надо. Барт, давай объединимся. Гурин, иди сюда. Хочу посмотреть, что будет. Я здесь. О. Ай, не успели. Ну, примерно то же самое, что и с Лизой. Ай. Ай, успели. По-моему, Гомер с Марш самые эффективные. Не, неправда, у Барт Лизы тоже прикольно. Они просто бегут и всех сшибают хреном. Ну, в любом случае, как-то быстро-то они разъединяют нас одним ударом. Да мне там надолго хватало. Кого мы вообще бьем? Шарик. Странный вопрос задаешь. Не, когда они в костюмах прилетают, еще интересно выглядит. А так, когда они просто с пылесосами, что-то не очень. Это бытовуха. Лучше объясните, почему они вообще в костюмах прилетают. А, типа, она ждёт. Они супергерои, они прикрывают, ну как бы это, скрывают свои геройские. С каких пор? Внутри шарик сидел с меня. С тех же пор, с каких пор я сплавлю, да? Тут еще не сказано, что он плохой. Ну, может это даже не он, да? Ты дискаунт, типа платная, что ли? Ай.
Да что вы все бьете-то меня? Наверху это типа очки или континиумы? 34-40. Это очки. Справа, которая тут сдает. Не может быть, что это очки. У Чана всего 29. А там за убийство просто по одной штуке. Ну и что, хочешь сказать, Чан у нас хуже всех убивает? Возможно. Возможно. Если мне в неадеквате, могу хуже всех играть. Шарик, ты быстрее всех надо, во всяком случае. Ну это фанфлоп. Да, супер, да, но с первого с одного удара бьет насмерть. То есть предлагаешь больше ничего не использовать? Который из двух? Да. Две кнопки? Так и буду ходить! Ой, здоровье не тратит. А какой еще ты есть? Ну, который там вниз, назад, вперед. Чё-то там. А, ну его еще сделать надо. Так-то, наверное, он тоже. Ну, у меня какой-то совсем неэффективный. Он практически не отличается от удара обычно по виду. Назад вперед атака. Только это трудно сделать. Ай. Назад вперед? Назад, ну, два раза назад вперед атака. Пока делали, пока я делал назад вперед. Не знаю, а у меня он делается просто. Надо по кругу сделать и ударить. Ну по кругу туда. Но ведь по кругу-то не у всех было. А у тебя что делает, Чан? Еще есть атака в прыжке. Чего, ну, да, есть атака? В прыжке. Такой, как бы... Ну, в прыжке она какая-то вообще никакая. Надо вниз нажимать при ударе. В прыжке. Ну, не особо-то это. Тут еще попробовать попасть надо из этого прыжка. Ух ты. Кому это мне уже напоминает выпускники, мой... выпускники дом престарелых. Кому, да, черепком по башке? Промазал. Это мне уже Мунволкер напоминает. Ух. Пока не появится робот по имени Майкл, Мунволкера не будет. Еще танцевать будем. А еще такой схожий, да. Ну как. Вот он. Он уже танцует. Растение против зомби, там тоже есть такой отряд. Мунволкер в каждой аркадной игре прямо, да? Музыка не соответствует. Мунволкер в каждом из нас. Ох ты. Какие-то красные зомби, это, наверное, с Кастельвании не убиваем. Они просто из канализации вышли. Они еще и зеленые. Ну, не прожарели, немножко другое, я имел в виду. Может быть. Испачкали слегка. Ай. Наверное, босс. Красть, помер уже. На лифте. На атаку прыгать. Не знаю, у меня на прыжок прыгает. Ну, они одинаковые. Захватов нет, бросков нет, ничего нет. А же в X-менах это вот было. А что в X-менах было? Броски. А не, можно сбрасывать. Особо трудно. Бега не хватает. Новый. Еще один эксклюзив. Чё-то они не бьются нифига. Как Шреддер угадать нам, какой из них настоящий. Они вроде оба настоящие. Что-то они бьются только когда соединены вроде. Хотя что-то непонятно. Просто разваливаются, наверное, когда соединены, а так урон наносит всегда, наверное. Ну
Нет, я на Сеге играл, Барт виртуальные машины, что ли, как так она, виртуальные измерения, там было тоже неплохо так. Там музыка была плохая. Вернее, там не было. А как можно играть в игру с плохой музыкой? Ну, там практически не было, поэтому можно не считать. Ты же играл на всяких спектрумах, вот то же самое. О, нет. Не знаю, не знаю. Мне не было спектрума. Все равно. Я отстойный, я знаю. Нормально. Я тоже не играл. Мы слишком молоды для этого дела. Разве на спектру не были Симпсонами? Нет, я вообще в этом. Музыка. Да, скорее всего, были. Ай, меня швабры протерли. То же самое. О, бросок. Это что было? Бросок Лиза во все стороны. Это как это? Ну вот этот поворот совместный. А, это у тебя с ней? Да. Какая здоровая таверна у Мота внезапно. Как был, там рычаг, они поворачиваются, они все волнут, разворачивается, другая антураж. Что-то бар не постарел внезапно очень сильно. Да, волосы зато есть. Хотя они у него там были тоже. Только не белые. Умо тоже не зеленые были, да? Какие у него были. Какой цвет у него были волосы в первых сериях? У Барни были черные волосы, умо тоже черные. А здесь он белый. Не, ну я тут похож, а вот тот не похож. Так он как-то слишком крупный по сравнению с этими. Зачем ты его бьешь по руке? Скакалкой. Ох, Мэгги нарисована на телевизоре. Что, бильярдный стол тоже можно поднять, нет? Рогатку, наверное, уже здесь. О. Нет, нифига. Не, я взял. А, стол-то. Вот, о, еще живой. До событий в том фильме. Кровавые десна. Он какой-то мужик, а. Ау. Ай. Ауч. Это было больно и обидно. Играем в Симпсонов внутри Симпсонов. Ну, не хочет. И Маш с этим поцеловались, и конец игры сразу. Симпсоны, Симпсоны. Проиграли. Это спойлер такой, знаешь, эндинга. А, может быть. Чужой он там, это тоже. В Симпсонах вариант. Ай. Тетки новые. А, ну, стой! Там кто-то спит за баром. Свин какой-то. Спайдер-пик. Что-то тоже новый какой-то. Чё-то ему какой-то здоровый. Ух. Это не мой, бандит какой-то. Не похож. Это неудачный... Это мог после парифма... это клон Мо, который вернулся в прошлое. Его немножко перекорёживало. Растишка, наверное, переел. Ну как ты мог суперудар перебил, а? Ну этот хоть мигает, когда его бьёшь. Да и тот вроде мигал. Ну а те двое, которые... Они вообще не мигали. Ну двое-то да. Как-то какая-то непостоянство в этой игре. Ай, блин, меня сожгли вообще нахрен. Как же так? Вроде он помер. Все вчетвером не могут они соединиться? Ну, вряд ли. Ты представляешь, что это будет вообще? У нас ничья щепочем. О, медведь добежал. Из этого, из Крастиленда. Камушек. Го.
Не, ну там побольше камушек был. Ух ты, да он сейчас кружинил обратно. А и пиньками кидаются. Вот сейчас бы красный тут наигрывал музыку монетками. Да блин, я хотел прям прицельно не попал. Мне странное получилось. Меня закрутило в собственную же эту скакалку. Это как вообще? Йети. Йети? Йети, говорю, там был. Вон еще один. Плохой какой-то. Какой-то заяц странно с ключами. Ай, ай, ай. Ау! Да хватит меня бить. А этого нельзя было? Барту рогатку выдали какую-то новую. Ага. Я уж стрелял такой. У него патроны кончаются. Все померли. Должен бросать может. О, рыбка. Ну-ка давай, берись, рыбка. Ну. О, о! Эй. Ну. Еще успешно попасть кого-нибудь. Попал. Только толку мало. Оки-доки, где твоя рогатка? Ай. Мелкий. Нифига себе, Лиза, ты булочник взяла. Стой, енот, я тебя хотел бросить в кого-нибудь. Медведь. Блин, просто так. Он который тычет пальцем из кустов, если вы понимаете, о чем я. Мы не пальцем заправим. Ну это же натуральный. Ау. Пусть пиндеш. Интересно, эти камни можно брать? Вряд. Нет, судя по всему, нет. Да ёп. Что-то как-то он только по горизонтали ходит. Куда ему? Камни помогают. Да. Оборотень, наверное, был. Барт странная одежда, вот был хаос. В синей одежде. Милбарт. Где-то я таких врагов уже видел, там где-то Бэтмены были такие. С похожими врагами. Бэтмен там этот. Ну блин. Которые роботы с бейсбольными битами. Там у них враги такие же. Нинджа бейсбол Бэтмен. НБП. Как их приплющило. Нельзя сорвать. Какой у Гомера стрёмный прыжок.
Да, точно похож. С пончиками подрались, с этими подрались. Какой кошмар, у Барта вопрос у меня. Потому что это не общий. Ну это кошмар Лизы, я так понимаю. Или... Ну это по врагам имею в виду. Это Гомера враги. А вначале пончики были тоже, наверное. Да, пончики, да. Гупи с головы, одни костюмы. Так буквы можно было брать. Поздно уже. Ауч. Да, что-то не помогло. У Маши, когда ее током бьет, у нее прически там два уха такие кроющие. Здорово. Ха! Какой-то шарик. Для боулинга? О. А он качается сейчас. Опа. Он опять покачется. Ты прям предсказываешь. Было бы удивительно, чтобы если бы он пошел, а не покатился. О, сейчас что-то. О, сейчас пойдет. Практически. Боксировать сейчас. А, нет, не будет. Когда ноги-то вырастет у него? Сейчас какой-нибудь суперудар будет крученый использовать. Слишком подвижен. Не то, что медведь. А вот и ноги. Слушай, предсказал. Ракетами. Он обиделся или нет? Он расстроился. Теперь ему реже атаки попадают. Чего там взорвется у вас сейчас он? Задумался, о, змея где-то такую тоже видел. Да, что такое так не охрену к нам вот все. Не уклонишься. Блин. Какие-то у них одежды все неправильные. Барт себе всю бошку отморозил. Чуть меня не получается так быстро. Я отстойный. Нормально, у тебя получилось 82 по сравнению с моими 84. Где я? Ай, ну блин, где? Только я нашел молоток. О, о. Бесконечный. Бесконечный молоток, что ли? Или не бесконечный? Наканчивается. Сломается. Сломается, думаешь? Ай. Кажется, я уже умер. Ау!
кровавый швабра. Че, куда он наверх там? Шу спрятаться. Из укрытия бить. Шляпой стой. Футурама. Там инопланетяне. Кидать можно еще. А, это они хорошие, что ли? А я их бью, стою. Что они как-то им урон не наносят существенно. Что-то они живучие вообще. Полубосс, наверное. А-а-а. Бомбали я. Ну, один разобрали. Да. Там еда. О, швабра. Ну блин, я только взял швабру, меня убили. Ну как же так-то? Чё-то все изранены они. Со шрамами на лице. Толстые мужики эти. О, Ниндзя Гайден. Еще. А, ну типа это, антураж меняется с задних фонов. Ой, Голливуд типа того, что. Не, почему-то Dynamat Hayden напоминает. Немножко. Ты его проходил? Сколько японского? Ну, наверное, без разницы. Я халявник, да. Там читать-то особо нечего. Или там а? Она чем-то отличается, что ли? Ну, в американской вырезали сюжет, и сложность повысили раза в 2 или 3. Нет. Я какую-то проходил. Только не знаю, какую. Она что-то одна. Там сюжет нет, я имею в виду, что версия. А, версия. Сюжет, по крайней мере, там был, только я его не читал. Как же так? Ничего. Платформеры, сюжет не главное. Была бы это визуальная новелла, там да. Как так, представляешь? Платформеры финал. Платформер Final Fantasy, хочешь сказать, там не будет важен сюжет? Ну какой-то там есть битэмап на Final Fantasy недавно, по 15-й части там. Я бы не сказал, что и в JRPG Final Fantasy важен сюжет. Это как вообще? Там важнее все-таки, чем в платформерах. Там прокачка важнее, как говорил мой знакомый, JRPG это бои. Неправильно. Не знаю вообще. Это полная фигня вообще. Да. Кто это такой? Откуда такой взялся? Главное, что убить легко. Ай. Усложнили. Чё, он тоже окажется переодетым детком каким-то. Как в реальной жизни. Ай. Мяу. Больно бьет. Ну уж почти что. Добили. Чё-то он перестал мигать. Да, мигает. На секунду. Просто исчез, даже не взорвался. Цензура не пропустила. Господи, да отдай ты, может, этого ребенка, тебе же все равно не ребенок нужен. Ну, всему все нет, некогда. Времени не хватает. Вырвать у нее камушек. Может, она его уже проглотила. Из-за этого.
сразу к боссу, что ли? Ну, вряд ли. Еще должен открыться секретный проход уже. Да стой ты! Только подрывашки там вдруг. Ваше всемогущество. В принципе, можно отбомбить, наверное, прыжком буквально. Проблема по нему попасть. Ну, халатом бьет тоже больно. Их даже отбивать можно. Может, их и надо отбивать? Вроде нет. Он не реагирует. Вау, вот это народил бомб. Бомберман. Бомберман в каждой игре, прям как Майкл Джексон, да? Батл Тотс. А Батл Тотс еще? А то шутка какая-то такая. Да, это культовая шутка. Чем эта игра похожа на Батл Тотс? Надо смотреть не только американских обзорщиков. Почему американских? Просто зарубежных. А я больше не знаю, только нерды всякие эти, всякие ему подобные. А как же игровой мешочек? Я не смотрел. Даже первый раз слышу. Игровой шуланчик слышал. Игровой подвальчик тоже слышал. А игровой мешочек не слышал? Прям крен какой-то. Только хуже. Сначала был типа Шреддер, теперь типа Крэнк. В обратном порядке. А, в прыжке бить. Как всяких Шреддеров. Не с атакой, она вроде нормальная. А, он уже умер. Нет, еще. Какой-то Бивис и Батхит. Шашл. О, все, уже прямо. Кто там монет себе не может накидать? Это не больно быстро кончаются. Мало накидал. Ну-ну. Он уже мигает. Сколько у него там этажей? Еще что-нибудь вылезет. Воздушная подушка. Как у этого толстопуза робота. Не, мне больше напоминает почему-то Эггмана. Тоже отвалил. Тарантайку ломать. Я не доходил до такого момента. 3D власти. В самом конце. Да не, просто там хреначишь по нему, он там трещинами покрывает, потом наконец-то взрывается, улетает. Не помню. Там финальный бой в виртуальном измерении был трудный такой. Вернее, продолжительный он был. Так вроде не особо. Кстати, забавно, что виртуальное это измерение стало только версией для Мегадрайва, потому что в остальных там был все-таки смысл. Там типа база была Эггмана. Они забыли просто графон сделать в Мегадрайве. Скорее места не хватило. Блин, уже столько контов потратил у него.
Ты аккуратнее играй, я вот особо не лезу в бой. Тут он слишком часто атакует. Особо в бой не лезу, но очков получаю кучу. Ну да. Battle Experience. Я жду, пока вы там всех его побьете его, а там сам потом в последний удар наношу. А ради все уже. Че он ржет-то? А он еще так надо нанесить. Нет. Так с одного удара. Нет, он сам упал. Нет кристалла-то. Ну не. Мэгги опять убила Бёрнса бедного. Фак-фак, им что там такое? Что-то говорят. Не себя так выйти слышно. Ну там ничего не говоришь. Чё-то я не понял, да какой смысл было в том, что эти сестры пришли и дед? Ну как же смысл? Им пришли поздравить просто. Ну да. Убили Бёрнса, молодцы. Свидетели, можно сказать, пришли. Действительно, куда он нужен такой, пускай. Канами. Вверх, вверх, вниз, вниз, лево, 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 вправо, лево, вправо. Надо попробовать, да? Нет, старт не на той кнопке был. Ни хрена. Да. На главном экране надо. Тогда. Чего у тебя так мало очков, Чен? Да вот. Представляешь? Отстойный. Это же желтый. Все, по новой пошло. Будем по второму кругу? Нет. Нет. Даже Гурин нет. Главный фанат игры говорит нет. Ладно. Нет, что-то другое все-таки очень попробовать. Да, они в самом начале они тоже там были. Это типа неудавшийся пятый, шестой, седьмой игрок. Чего мы хотели теперь? Буки Ухари? Или черепашка ниндзя? Буки Хари, Буки Буки Ухари. На Дэнди играли в нее? Нет. Платформер там очень такой интересный. Я играл в версию, где там с одного удара тебя убивали в любом случае. Была очень хардкорная, но я даже один уровень проходил, умудрялся. Ностальгируешь по поводу этой игры теперь? Ну я в нее не так много играл, ну так, в принципе, немножко. Могу повспоминать что-нибудь такое. Хотя там не особо что исполнишь. Так. Персонажи были разносторонние. У каждого разные способности были, позволяющие попасть в разные места. Были разные уровни разных элементов. Враги отличались. Все это было очень трудно с одним ударом. Правда, там по умолчанию должно быть очень много здоровья, но у меня все умирало с одного удара. А играли ли вы игру Трясуре Мастер? Такая вот такая она интересная. Полуквест. Не-а. Тоже крутая игра. Там на канале Уджара есть такая ссылка на нее. Ну, она там... Мне даже как-то... По сравнению с чем, почему даже стыдно. Мне кажется, что я вообще не играл в игры. Да вы вообще в Дэнди не играли. С PlayStation как начали. Все. Ньюфаги. Я начал с геймбоя. Сколько уж у тебя игр на Дэнди было? Много. У меня был обменный пункт игр в магазине, где продавали картриджи, там их меняли за очень дешево. Ты им заправлял? Я менялся. А. В одну поиграл, пришел, поменял, другую, потом еще и еще. Еще есть игра такая, Adventure of Red Gravity. Первая Metroidvania, в которой поиграл. Она выглядит дебильно, но играется увлекательно. Моя первая Metroidvania — это Phantom 2040. Ну, она относительно такая, там прокачка нет. Да, есть прокачка. Не знаю, там только оружие. Там она только сожжена находится.
Не знаю. Нужно буквально перекрутить каждый уровень, чтобы найти прокачку. Ну, я облазил каждый уровень. Я искал альтернативные пути, где другое оружие лежит. Ну, чтобы разные остатки были. Ну, там накапливаешь, там, по-моему, несколько уровней прокачки основного оружия, потом там прокачивать тоже дополнительное, потом там есть такие прикольные штуки, типа усилить оружие в два раза, уменьшить урон в два раза, там, в четыре раза. Но все равно это платформер. Да. Метроида там мало. Камера возвращаться на предыдущую локацию там уже, по-моему, нельзя. Вот почему нет Метроида на четверых? Ходишь, есть, я тебе скажу, что есть, не так давно вышел, но он не Метроид. Это какой? Это как ты так ответил на вопрос вообще? Который Нинтендо, который на четверых. Который цветной Метроид? Да. Который на четырех игроков. Как там он? Который, короче, Хало. Который на 3DS. Который Хало, который Метроид для 3DS от Нинтендо. Generation Force. Вот-вот. Так себе. С друзьями нормально вроде как. Можно. Толпой это вообще интересно. Многоигровочная игра, но я раньше не играл них никогда, потому что он говнище какой-то. Но много игроков весело становится. Че, мы там Буки Ухари качаем или у тебя черепашка? Мы пока не решили. Ну так. Так. Самое время. Ну, короче, черепашек. Давайте аркады Гами, которые. Или нас. Они там вместе. Глянул я твои рампейджи, Чан. Как ощущения? Пережил? Неплохо, неплохо. Особенно вторая такая, она красивая. Ну, я в неё не играл. Я это все на мастер-системе увидел. Дискорд. Teenage Mutant Ninja Turtles. Куда чем попал? Какой-нибудь по делам. Может, микрофон отвалился, вроде он тут напевал, вдруг отвалился. Упс. Чего у тебя там отвалилось такого? Да ничего. Дискордушек. Turtles World 4 Player или же OS 4 Player, с которой аж в двух наборах? World. В чем разница? Ну, World настроен. Не спорь. Как минимум. Кто мне скажет, который из игроков там Донателло? Четвертый. Точно? Ну, предположительно. Камера в порядке черепашек, он четвертый. С вероятностью 20% он четвертый. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Донателло. Именно в такой последовательности. Мне очень нравится пинг Гурина, как будто он прям хостит... Я говорю, как будто сам сервер. Был бы ноль тогда. Он скрытно подрабатывает там сервер Мэмленда. Я представляю, из Гурина проводки торчат, и он... Он зарабатывает сервером. Как в Нео. В своей капсуле сидит, а в затылке провода. И в спине еще тоже. Эх, ностальгия. А я вот только первую часть только смотрел Матрицы, и все. Дальше я уже не видел. Хотя, говорят, вроде вторая это как раз таки самая такая. Или третья. Вторая моя любимая. Ну, знаешь, вторая. Там погоня, которая на этом... На всем подряд... Охрененная сцена. Кто не перезапустил маме? Я. Она молодец. Была. Что же она так
взяла и не перезапустилась. А, все повисло. Надо делать перезапускашки. Бурито перезапустито. Че, идешь перезапускать? Да. Даже в списке игр она не отображается. Ай-яй. Все равно не отображается. Странно. Я вот на Дэнди больше любил третью часть, которая Манхэттен, что-то там. Или Мишин, если третья проект. Третья она хорошая была, Манхэттен, да. Да, а мне она больше нравилась из-за того, что там суперудары были покруче, чем вторая. Ну, она сложнее была гораздо, чем вторая. Ну, вот потому что она пиратская, так-то. Так-то они там в 4 раза легче все убиваются. Да и Шреддер умирает. Хотя до него мы так-то прямо никто ни разу не доходил, там только чисто через выбор уровней. Первые три мы проходили напрямую, а дальше уже чисто только через Konami код. Больше никак. Но зато там по одному уровню. Зараз. Кое-как все зато посмотрели. Финального босса убили. Че он там? Все уже готовы, может присоединяться. Ой, а четвертым хочу. Раз ты говоришь, что он четвертый там, это Донателло. Да у него вроде суперудар-то так все. Как там вообще все одинаковые? И вообще он... А, точно, во второй части он. Точно. Ну, кто не зашёл в третьем? Гурена ждём. Он тоже хочет. Отлично, зайти надо. Сейчас четвертым будет Микеланджело 100%. Да нет, они там всегда так одинаково были. Да неправда. Я сколько не играл. Да что такое? Ну, не запускается. Значит, надо не World-версию, а какую-нибудь OS-версию. Неправда. Чё такое? А даже эмулятор завис. Да. Вы можете её запустить хотя бы изначально, что она у вас там работает, она у вас не работает? Ну, в списке игр-то она же видится. Кого она не запускается-то? У меня работает как боженька. У меня чёрный экран. А чё у тебя чёрный экран? Ну, у меня запустилось. Пресс-селект. Кейбург-селект. Это любая кнопка. Или Enter вообще-то. Да. О, гипноз пошёл. У меня работает, у меня все работает, ребят. Ну, значит, это у меня что-то не работает. Ну, заставь что ее работать. А то попадешь в категорию проходимцев. Ой. Ну тоже, почему демонстрации игры от компьютер музыки нет никогда. Как-то странно. Ну что, перезапускаю тогда. Кто там салфетки рвет? Не знаю, не знаю. Скорее помехи контакт микрофон снова.
Ну, третий игрок, заходишь? Ну, давно тут сидит, что-то не хочет заходить. Тоже, наверное, Донателло хочет. Пошло. Найди черные точки в пересечении белого, да. Это подготовка зрения к безумному экшену. Ну правильно, кто тут сказал, Миша, четвертый Донателло? Ну кто и знал. Ну он наш третий Донателло. А Бенди был четвертым. Кто там монеты не накидал? Не знаю. Вот так вот, Дерфус. Двери потом еще. Ну. А так. Хуже некуда называется. Получил я. О, а я. А что ты, а у меня супер удар, а другой какой-то тут вообще? Да одинаково они вообще. Нифига, он смотри, что я делаю. Что ты делаешь? А ты кто вообще? Я Рафаэль внезапно. А. Я кручусь и бью ногой. Да? Ага, ну, а Донателло что делал? Ну вон, смотри, я уже 15 раз сделал, у меня уже 16. А, вот это вот. Ну, круто зато. А чё крутого? На Дэнди-то они все вот так убили, как Леонардо. Да. Ну, Донателло тоже так делает, вон. Майк, ты чё делаешь? Я прыгнул уже, чё он не успел-то. Микеланджело, покажи нам, чё ты умеешь. А, делать. прыжок ты наоборот на первую кнопку, а чё? Да, тут перевёрнуто, переворачивается. По-японски всё сделали. Раньше играли, боялись все время вот в зону огня вставать. Думали, загоришь сразу. Я на минутку, мне надо перевернуть управление. Микеланджело, нажми две кнопки одновременно. Зачем? Я хочу увидеть, что он делает. О, я прыгаю на нормальную кнопку теперь. Ну, идем вперед-то. Мы ждем Чана. Почему Чана? Как? Я же этот. Фиолетовый. Ну. Ты ж что там перенастраивал? Ай. Настрояшки. Здесь роботы не такие страшные, как там. Ну тут все не такое страшное. В смысле, что эти опаснее были. Чё-то я помер уже. Это потому что не Донателло. И то правда. Когда не Донателло, даже жить не хочется. То музыка хорошая, знакомая. А озвучка какая хорошая? А Дэйди такого не было. А музыка вроде такая же была. Ну я и говорю. Знакомая. Не, чем быть про озвучку? На Дэйндях озвучки не было. Зато на Дэйнде были два бонусных уровня. Или один. Блин. Пытаюсь уклониться от него, все равно что по мне все бьет. Но при этом неправильный босс был на стоянке. Ау! Что, меня все прилетает и пролетает? Квабунга. Жизнь установили. Здесь тоже музыка на экране. Ой, Родин, как у тебя так только одно очко вообще? Как-то одно очко. Ну, так вот. Очки сверху! А! Это у него одна монетка только, у нас он нищий. Он профессионал. Ну чё вы считаете, люки-то не отбиваете? Пытаемся. Слишком трудно. Я стесняюсь. Help me. Help me. Ах ты. О, я готов отбивать люк, давайте мне его. Ай. О, почти получилось. За это очко дают.
Дерфус у нас Core Hunter? Ну, не только, наверное. Надо что-то посоревноваться-то. Где тут тетка на роликах, а не на чем она там? Ай, я пиндюля. Дурацкий суперудар, меня прямо в люк кувыркнуло. Здесь какие движения, плавный бросок есть, вообще прям замечательно. Мне только не нравится тут удар с прыжка, потому что он какой-то медленный. Вот так раз он медленно летит, там как-то раз так сходу, резко, на NES. Там просто короче был прыжок, наверное. NES же это ультимативная платформа для игр. То, что эти аркады. Плакат сейчас будет падать. Спасибо. Микеланджело не был готов. Сейчас. А ну иди сюда. А, он бомбу кидает. Ну, где люк? Еее. Попали. Только в него не попали. Что там еще босс, это врагов не убили, уже босс вылез. Чё-то там еще разговаривают друг с другом. Он в люк упал. Да блин. Вот он в люк не падает. Слишком толст. Да как вот так вот я вот прям... Уберите его от люка-то. Он сам туда идет. Да ё-моё, я 5 раз уже упал подряд. А чё, ногой-то прям не всегда, что ли? Гамовер. Кавабунга. Одну жизнь только дает. Он в прыжке-то и не бьет, так он. Ну, только, наверное, А во. Да ё. Все померли. Все на линии огня встали. Нет звука по боссу, когда бьешь такого этого. Страшного. Такого жмака, да? Да. Жмак. Сколько раз туда запрыгивали. Все равно. Надо же бывает убить этого хрюнделя. Ну, не убить, наверное, а все-таки довести до оборочного состояния, это хорошая игра. Ну, учитывая, что он еще вернется к тому же. Вернется из смерти. Крыса. А на Нессе отнимали жизни, блин, когда использовалишь суперудар? Нет, на это, я только в третьей части. В третьей части там другой был еще суперудар. А какой? Ну, перекидывать назад, который. Ну ладно. Самый эффективный удар. Пытался. Там уж, наверное, штраф был за пиратскую версию только для обычных атак. А для бросания, наверное, не было штрафа. Вот из-за этого он был такой сильный. Да вроде нет. Нет там штрафа нигде за этот бросок. Нет, ну то, что враги-то умирали так долго. Не сразу. 4 раза более живучие, чем в обычной версии. Чё они с одного удара что ли бывают? Ну мы же таки в лицензию играем. Ну сейчас-то да. А, если я перепутал. Да блин. Лучше, короче, по воде не ходить. Понятное дело. Чё такой-то короткий уровень. Мы еще не дошли. Ну, вот уже стена. Что-то мне казалось, что он длиннее. Пролетело что-то. А бросок-то как делать? Само по себе, что ли? Как получится, да. Вблизи. Чё он сказал-то? EBI какой-то. Это японский английский. Бакстер Стоктонсковский английский. А он как-то в прыжке, говорю, то мечом бьет, то ногой бьет, как-то непонятно. Если высоко прыгаешь, то другой удар в прыжке идет. Ага. Что меня здесь собаки зажрали? Да хватит их бить-то, они бесконечные. Ты очки там набираешь? Не знаю. Не, ну я очки зарабатываю. Ну да, он уже 79 себе набрал там. Я даже не успел его ни разу не задеть. Какой у него голос был молодой очень.
Ни свинский, ни носорожий. Блин, я себя перепутал. А, бочка взорвется. Ух ты, на это может... Ай, бочка! А, у меня подбивает. Там еще машинки будут выезжать некоторые. Да. Это тоже чисто мунволкер. Мунволкер в каждой игре. Или каждая игра в мунволкере, это уж как посмотреть. Каждый мунволкер в мунволкере. Каждый. Майкл Джексон заплагиатил всех подряд. Ну, ему можно, он талант. Бочка! Бочка. Чё такие-то короткие уровни вообще? По-моему, на Нессе они длиннее. Я говорю, аркадное железо не тянет. Нет, чтобы Донателло отдать пиццу-то, а? Ай. Что это такое за два босса? Такого не было. Ну, на Нессе там была муха. Муха? Муха? Мутировавший Бакстер Стокман. У меня с мухой только одна ассоциация. Ау. Да. Я заметил, ты даже в этом в своем посте упомянул это на СФ. А, ты даже видел? А, я что видел? Что? Ты еще заходишь на СФ, ура! Что-то графики на Эйприл не хватило, я смотрю, там у нее вообще какое-то жуткое выражение лица. Она какая-то 8-битная. Она в ужасе. Да на 8-битной, по-моему, это лучше выглядело. Двухбитная! Четырехбитная! Атариевская! 4 квадрата, да. Где я-то? А, я умер. Сейчас все очки свои потеряешь, смотри там. Эх, хрен. Я стану лидером. Ненадолго. Сейчас я их двоих завалю одновременно. Ай, уже не получится. А ее там оставили. Эх, Леонардо выиграл. По очкам, потому что... Нет, ну, то у кого больше очков, того бы слава. Суперударом попасть слишком трудно. На Нессе был только один дополнительный уровень, или еще какой-то, что-то я не помню. Я что-то я не вспомнил. Почему-то мне кажется, что два было. Ну, один это снежный был, там, где волк в конце. Второй. Ах, сколько я раз это на Денте проходил. Щепыч, а ты не планируешь стать видеообзорщиком? Сейчас. Пока что. Хотел удалиться на время. На сколько-то минут, не знаю. Ну, короче, я надо должен умереть, наверное, да? Это... Ну, мы подождем, наверное. А тут тоже, наверное, временной лимит. Где кнопка паузы? Ну, я думаю... Где кнопка паузы в аркаде? Пауза, ну, пауза вообще есть, да, конечно, на маме, но она не работает. Подождем. Бинг-бинг. Чего? Чего ждали? Мы Щепча ждем. Он отошел. А. Ты что, не слушаешь, что мы говорим? Не, слушаю, но... Майки, тебя сейчас... Ай, убьет что-нибудь. Ну, поумираем несколько раз. Кава-кава-банга. Какао. Кава-банга.
На одинаковую высоту они прыгают, интересно. Да. Ну, раз, два... Ну, подожди, раз... Да подожди ты! Ай! Как это Махеланджо выиграл? Выжил? Что, если ходить, оно не попадет, что ли? Шина не пинается. А, на нее можно встать. Ха-ха! Ты куда решил там? Микеланджело где-то вторую нунчаку потерял, походу. Потихонечку двигаемся. Ау. Ой-ой-ой. Надо будет это прикупить настоящую эту аркадную хрень. Аркадный стик с кнопками. Получить от мэй, от таких аркадных игр максимальное удовольствие. Они громко шумят, я слышал. В смысле, кнопки громко жмутся. Щелкают. Хе-хе. Оу, щепочек гамовер. Пойдем. Оу. Прям кувалды. Кувалду снули. За 100 очков даже жизни дают. Халява. Я говорю, не дают. А, не дают. Ага. Отстой. Ай, а что, они не отбиваются, что ли? Ну это тишина. Ну на Нейси вроде отбивались. Ай, мне причинили боль.
на этом уровне на Нессе я почему-то помню, что я умудрялся как-то забираться на бортик вот этот наверху который и ехать по нему. Значит, ты нажимал центр крестовины. Думаешь? Там. Значит, у тебя была нелицензионная НС. Это понятное дело. То есть это реально возможно. Да скорее всего именно из-за этого, может. Не в этой игре такое было, но точно помню, где-то можно было нажать черепашках на крестовину и происходило непонятная хрень. А как нажать как нажать крестовину в центре на эмуляторе? По-моему, где-то в настройках там было, что учитывать, мол, все нажать, все стороны. Или как-то так. Интересно, надо будет попробовать. Надо а ты попробуй купить себе или настоящую NES. Но это сложная проверка будет. Ну, а джойстик купить или леваковый какой-нибудь за 100 рублей? Знаешь, джойстик ты, наверное, проще купить. Ну, пробовать все придется на эмуляторе тогда же все равно. А там может и не поддерживаться такая фигня. Ой. Это что ж такое-то? Вещепыча все не так. Щепыч, ты где? Сейчас всю игру пройдем, пока тебя не будет. Все свои очки ты растерял. О, теперь картинка неполная. Вечно кого-то надо, спасать. Вечно у кого-то проблемы, ага. Главное боль главных героев. Вечно у каких-то мелких там проблемы. Вечно кого-то похищают. Ой, да что ж меня побили-то? Это отстойно быть побитым. Вот и поторопился. О, блин, меня толкнули на лазер, а ты шопа. Блин. Извиняюсь. Был внезапен. Чего ты крутишься-то? Крутышка! Как ты их быстро всех... На что только не... На Нессе они с двух ударов убирали. Ударили! Я что-то раскатался. Как я удачно пролетел прямо между ними. Удачи на даче. Да ём! Да... Чё-то он даже по стенке нас не размазывает. На Нессе по стенке размазывалось. Всё не так на аркаде, да? Ну, чё-то вообще, Несс круче, чем аркада, получается. В этой версии. Ну, это как контра. И это как вот там, Ninja Gaiden тоже. Аркада не могла, но я смогла. Да, ё. Дурацкий суперудар. Я вообще споткнулся обо что-то. Вы погорели.
кредит ушли и погорели. И я погорел. Позор. Хорошо, что он из камней сделан, а не из костей и мяса. Где наш щепоч? Он решил на халяву пройти игру. Да. Прийти под последнего босса. Да. А кто в какие аркадные игры играл настоящие? Вот в это играл. На такой здоровой хрени четырёхджойстиковой. Это какой? Ну, я имею в виду аркадный кабинет. А. Огромный такой он был. Четыре джойстика разноцветных. А что за игра была? Ну вот это. Это что ли прям? Да. Ух ты. Такой красивый весь стоял. Эта игра очень ностальгичная для тебя. Вот. Golden Axe до кучи играл тоже. Ну там, правда, простенький был, всего два контроллера. Ну что-то не очень везло, не было ни Golden Axe, ни этих. Чё ещё? Потом эти самолётики какие-то такие были, не помню как называли. X-Wing, по-моему, или что-то такое. Fatal Fury какой-то был. Real Bout. Metal Slug тоже был какой-то. Ну нифига себе, блин. Я прям чувствую себя отстойным на этом фоне. У нас был такой маленький аркадный залик. В основном немковские аркадные стояли. Хотя были и сеговские, типа этого Virtual On. Потом еще Jurassic Park. Такой этот, с лайтганом. Я прилично во что играл. Очень много во что. С аркадных автоматов. Вот, еще были такие прикольные гоночки на мотоциклах с оружием. Че еще? Жалко, что и нифига маме... маме не тянет эти игры, нифига. Оу, бабу! Блин, что здесь происходит? Надо покупать аркадных аркадный автомат. Как ты купишь аркадный мотоцикл? Да, вот это большая проблема. Я все хотел поиграть, как раньше. Мотокросс он, по-моему, назывался или как-то так. Там вот его с настоящим мотоциклом почти. Ну, блин, на аркаде нифига не то. Все не так, все не так. Не сработало. Еще это. Отойди-то! Да, моя очередь теперь там. Бабах. Какой веселый кренг. И последнего. Ай.
прикольно ему наприлетало. Ай, и мне. Я, ой, говорю... Я слышу вдох. Да, я говорю, я тогда уж сегодня закончу, что ли? Все равно за полчаса ничего не успеем пройти. Ну хоть до этого до конца-то проходи. Не, ну да. Тут осталось-то Шреддера убить. Тут осталось, в том-то и дело. Ну ладно, давай. Что, вы долго ждали, пока вот этот 9 континью пройдет? Ну так, не особо. Нас бомбочками закидало. Слегка сходили с ума. Ну да. Неуязвимым. Ну, мы видим. Чтоб все не попасть, да? О, аж сколько же их много-то. На каждого. Два всего лишь хватало. Ну их там, потому что больше двух игроков-то нельзя. Ну да. О! Я только появился, меня сразу это превратили в допотопное существо. Да. Волшебник. Чё-то у них шлем регенерирует как будто. Они заново появляются. Он раздваивается каждый раз после того, как один умирает. Кого бить-то, блин? Который без шлема. Тот, который нет, который в шлеме, наоборот. Ну да, в смысле, который в шлеме. Где он? Вот, по-моему, тот, который слева наверху сейчас. Не, они все время меняются, просто там, чтобы один остался. Так он все время раздваивается, когда кто-то умирает. Ну, вот не там... бейте... Закончится, не бейте того, кого... Нет, у кого шлема нету. Будет. Вообще. Самый нижний, по-моему, сейчас. Да еще много их, он трое в шлеме. Я говорю, у них шлем регенерирует, как будто. Нет, мы когда без шлема убиваем их, они... Он снова раздваивается. Да. Тут трудно не попасть по нём. Вот у этого не сваливается, справа. Который там. А, вот, блин. Нет, свалился. Вон, остался один. Вон, блин, они теперь все. Все. Из них? Чё-то больше странно. Не будет. Да будет, будет, на раз. Нет, мы довели его уже до предела, все. Манна кончилась, наверное. Ну ладно, вроде бы и хватит. Чё вы ещё, сейчас будете играть? Дай досмотреть, троих. Хоть не выходи пока. Да, это всё то же самое. Да. Без тебя, наверное, что-то плохо будет, да? Поэтому поиграем в Rampage на троих. Чё за игра такая? Ты не знаешь Rampage? Ну, играешь за огромного монстра и жрёшь людей, и ломаешь небоскрёбы, и вообще хорошо проводишь время. Нет, такого я не видал. Ну ты даёшь. Да. Я только играл в Jurassic Park Rampage Edition. Не, она же была на Денди. Не, на Денди была другая, там была World, или как она там, Lost World. Не, я про Rampage. Ну, а может быть, но я не играл. Там какая-то пиратская, точнее не пиратская, а такая полулегальная, тенгеновская, по-моему, версия была. Мне не Rampage. Что это за кошка такая? Сейчас глянем скриншоты. Гейм-овер. Внезапный гейм-овер. Я говорю насчет Road Rash, ты на Steam есть игра, которая ремейк, ну не ремейк, вернее там это новая версия якобы. Ну там онлайн еще не прикрутили. Мы с Дерфасом ей косточки уже, да, все. Что, играли уже? Нет. Нет. Мы ее обсуждали. Мы о ней подумали. Ну, там онлайн еще не прикрутили, они только работают. Да разве? Да. Там вроде. А только Микеланджело остался. Синдром игры... Синдром раннего доступа. Ну не знаю, выглядит на Денди она как-то не очень. Что-то по небоскребу они ползут, и разные монстры ломают эти небоскребы, и, собственно, вся игра. А вот я когда на нее обзор писал, я начал с предложения. Когда у вас такое состояние, что хочется пнуть маленького котенка, игра будет лучшей альтернативой. Но там же нет маленьких котенков. Ну, вру, альтернатива, а я, чтобы не пинать маленьких котят. Угу. Ого. Ах.
Ну-с. Рампаж на аркаде тоже был, да? Ну, так я вон, вы уже целых два их. Ну, в общем-то, они выглядят ровно так же. Ну, ты... Только графика немножко получше. Нет, ты гугли, загугли, который этот, World Tour там вообще World Tour, красивый, да, очень. Ты... Он такой весь прям вообще. Ну, немножко, да. Они какие-то уже кукольные такие. Ну, че, как выкачать-то? Ну, Щип вообще, полагаю, нас бросает. Ну да. Или он еще хочет с нами побыть полчасика. Я так в качестве спортивного хватит комментатора. Ну не знаю, как это посмотрю, только через стрим разве что. Больше никак. Не, ну как, а подключиться четвертому и просто не играть, может, там можно. Можно, да. Так если игра не четвертая, на твоей... Так мне ее качать надо. Не, подключиться сколько хочешь, можно. Так ты чего? Да, просто он не сможет... Уходишь или не уходишь, что-то не понял. Ну, я не знаю, до половины-то я могу посидеть, но я играть не буду. А, в этом смысле. Понятно. Ну, не знаю. Мини-игры там типа разные, что ли, у них? Чего? В этом рампаже-то они там разные, не только небоскребы ломать, еще что-то можешь или делать. Ну, конечно, думаю, нет, там просто... Ну, это чисто такой битэмап. Битэмап против домов. Против домов, да. Не знаю, насколько это увлекательно. Ну, я тоже думал, что не очень. Сегодня потестил, но нормально будет на троих, когда. Ведь там можно еще друг другу мешаться, по-моему. Чтобы... ибо нехрен наши... мои дома ломать, я хочу сам их сломать. Может, в этот вообще для начала Gotcha Mini Games посмотрим? Нет, никто не хочет. Никто их не видел. Год. Просто Rampage там дохренище уровней, если смотрел, там мы его до конца ночи будем играть. Ну мы же не будем до конца проходить, надеюсь. Какой же это смысл? Чтобы поиграть. Для удовольствия. Я уже забыл, когда последний раз игру проходил. Играю уже в All Boy, она крутая, наверное. Я правда так и не играл еще, но должна быть крутая. Главное играть, да? Те как будто там переплачивают за рекламу его. Хорошая. В каждом стриме упомянул. Может поиграть, Шантаю может поиграть. Ой-ой, ну сейчас всех спонсоров перечислю. Да. На телефончике еще можешь Fantasy War так. А я вот посоветую Lara Croft Go в стиме. Ты ну говнище какой. Вообще охрененно. Телефонное. Вообще охрененно, там последний уровень, да, там так голову ломал, сидел. А я посоветую. Не хуже, чем портал. А я посоветую убирать в поисках интернетов. Я видал, ты по что-то играл. Какая там пошаговая, типа настольная игра какая-то с кубиками. Да. Не пойми, что какое-то. Кстати, я спросил человека, который сделал ее, нет, там нет мультиплеера сетевого. Так что зачем же там еще три игрока тогда, там же вроде как раз. А, в компе играть. Ход сидом. Ну да. Героев замечу, можно поиграть по сети тоже. Или нельзя? Не знаю, я по не идее играл, можно. Героев. Ну. Я, правда, только в четвертых играл. Ну, четвертый тоже хорошая. Ну, как они... Мнения разнятся, насколько я слышал. Ну да, ну по моему мнению. Пятая часть в стиме есть, так что там наверняка есть сетевая игра. У меня четвертый есть, три диска. Ну, у меня от тоже куки были. Разные. Надо бы еще почему устроить какой-нибудь ностальгический стрим на Денди. Ну вот. Мы вон уже с Красным устроили стрим на Денди, в итоге даже не прошли ни черта. У него просто не было опыта. Ну вот этот монстр in my pocket. Так вам надо было взять Batman и Flash, там 9, там подохрена жизни их дает. Да. А, ну да. Там континуев, по-моему. Красный там только и делал, что помирал. Даже прыгать не мог дважды. Потому что он не играл ни разу, вот там и помирал. Ну, можем мы с Дерфасом в ночь пройти, если он будет в адеквате к тому времени. Нам-то лучше PlayStation чем-то играть, наверное, лучше, чё ж. Да не, ну можно пару раз деградировать, поиграть на 8-битке. Пару раз. А Battle Toads проходить. Так, первый при том, что... У тебя какой-то узкий список игр.
Да, я не знаю, почему Щепыч нас ненавидит, так предлагает Battletoads сыграть. Вечно в Battletoads посылает. Контру хотя бы затащите. Контру в Battletoads, вот все одно и то же у тебя. Ну, попса всякое, сам такое, что можно пройти. Ага, Battletoads особенно, можно пройти, ага. Да Щепыч нам добра желает, он надеется, что на попсе хотя бы у нас зрители появятся. Лучше бы черепашек не за третьих прошли бы уж тогда. Ну, или вторых. Сложное. Да нормально, третью можно пройти. Если постараться. Я там какую-то хрень на Master System нашел для двух игроков. Я уже забыл название, надо будет поискать еще раз. Короче, что мы втроем играем? Rampage или Gotcha Mini Games, или Dark Adventure тут еще есть? Ну ты как начальник говори. Не, ну давайте что голосовать уже как-то, что там, я не знаю. Ну как, нас Гурин, только трое, как мы проголосуем? Гурин, ну как раз таки. Гурин, скажи свое мнение. Ну что, короче. Во что ты хочешь поиграть? Да мне без разницы. Вот так вот. Безразмысленный Гурин. Остается только бросать монетку. Гурин, какой ты там сайт с голосованием использовал? Давай, используй его. Да первый уберите, да и все. Мат ожидания монетки ребро. Ну, в Гочи очень такие интересные картинки такие есть. Ну, оно такое, как этот, как Олимпик, вот эти атлеты, только попроще. Ну, вот ее играть. Там Годзилла есть. Щепыч завещал, играйте. Ковбой. Раз уж не в Battletoads, да? Ну да, она прям такая же. Если это скриншот вообще с одной игры. Ну чё? Гочу. Пока не знаю. Вот Гурин, Щепыч нам говорит играть в Гочу. Ещё вот я видел стрим по Варио, ну там одного, наверное. Варио, как там, Warfare. Ну не знаю, кто. Тоже смешно. Военный плацдарм Варио? Ну, типа того. Может, Варио Вэр или как-то так он должен быть? Ну да. Ну это играть, конечно, знаешь, так, четырех человек в ряд поставить, и кто больше пройдет. Это игра на упороться и не жить. А что, она только на этом есть? На Wii? Или как она? Ну, Wii у нас тоже есть. DS, DS. Ну я в смысле на человеческих приставках. Это не человеческие, да? Ну, которые на этих игроков имеют. Ты же знаешь, Щепыч, ты же знаешь, самая человеческая приставка это ПК. Это да. При этом на ПК мы ничего не играем. Кроме Маджики тогда. Маджик тоже ничего. А, ну, да, это были темные времена с FF. Гаунтлет ремейк еще есть. На четверых там. Вон есть какой-то мультиплеер там. Есть ремейк гейнграунда для PS2, но это вряд ли потянем. Я проварил. PS2 у нас нет пока эмулятора с нетплеем, насколько я понимаю. Гейнграунд это стратегия же. А, это вот про это. Гейнграунд это такой, знаешь, это... Кошмар SF Online. Я его даже купил в Steam, у меня он есть. Был в комплекте с Mega Drive Collection. Ну, я можно пройти на одного. Я покупал по отдельности каждую игру, только который хороший покупал. Все говнище. А там же все хорошие. Да, вот Game Ground по-любому. Там еще есть. Как там? Гип, как там? Про безголового монстра какого-то там тоже не помню. Дикапа так? Вот-вот-вот. Типа как кто? Там таких очень много. Дикап как так? Короче, я в NetPlay зашел. На MLN. А дальше вы уж как хотите, да? Да, дальше что думаете дальше, что? Это называется Дерфес в домике. Тут вон какой-то Project 64K, аж играют. SM64 мультиплеер какой-то. Что это такое? Mm-hmm. А рядом кто-то играет в PS4 Net Beta. PS4? PS Unknown Scus 94-26. Хрень какая-то вообще. Чего только не увидишь, называется. Ну это можно нагуглить. Скус 94-26. Скус 94-26. Искал... Crash Team Racing! Молодцы, ребята! Только они не на правильном эмуляторе играют. На неправильном.
Может, они на том играют только? Нет, он вообще не играет, там он ждет. Один игрок сидит. EPSX1.6 у него там. Когда говорят ремейк, это просто который часть на прохождение, или там вот эти тоже есть? Ну, вот ремейк-то будет игры этой крыши. Там 1, 2, 3, который. Ну, то есть, который прохождение, не который мультиплеер. Нет, вот, нет. За говно вообще нафиг не надо такое. Почему? Я в такой не играл, поэтому... Щепочек, ты вообще ни в какие не играл, до того, как мы тут это тебя вызвали. Вот-вот. Щепочек такой прямолинейный, аж постер бьет. Ну, просто... Просто вот втаптывает в грязь дьявола наша. Сейчас все. Чё тут столько народу набежало? А, чё, мы уже все ждем? Create, ггг, готча, где он тут? Вот он. Создал. Где вы там? Заходите. А, её нет в моем месте, ребят. Да, в моём тоже. Ну, чё ж вы так? Я не обновил. Надо было обновить. Просто отвратительно. Да, вот я не знаю, когда у себя последний. Там показывает же 2-2. Два, там три. Сейчас должен приход Гурина случиться. Ну, Гурина там что-то тоже не нашлось. Супер Марио 64 мультиплеер. А что там? Это... Или может не Супер Марио, может Супер Метроид 64. SM64, ты что имеешь в виду там? На Project 64, да? Да. Вот, все зашли. Ты что, там будешь четвертым заходить или как? Все зашли. Да. Старт. Сейчас оно раз и не заработает вчетвером. Нет, по 2, по 3, по 4. Первый отвалился, что ли? Нет, все нормально. Я первый. Какой там Соник такой интересный. Блин, у меня трансляция не идет секунду. Блин, все пропустили. Да нафиг ее. Будем сходить с ума. Как нафиг-то? У меня вроде был такой эмулятор, куда же... А, Nintendo. Ну, не нафиг как-то. Настроили управление? Там три кнопки. Тоже так же управление, как и... Чё-то многовато кнопочек-то. Подождите. Такой продвинутый эмулятор. Ой, кстати, аркадный. А, я сбросил монеты! Они до 99 пошли и снова 0. Какая подстава для этих богатых донаторов. О, 99, 0. 10 сделай, да и хватит что-то. Play 19 Games в ордере. Угу. Hit the button. Как по цветам выбивать эти штуковины. RGB. Картинка будет, что я же ни хрена не запомню. Первая кнопка красная, вторая кнопка зеленая. У меня наоборот, у меня перевернуто, блин. У меня красное это синее, и синее это красное. Вы уже можете это делать. Да ты что? Ай. И с котом на фоне. Вот там уже тёчка какая-то. А здесь, по-моему, а нет, лимиты есть. Разные. О! Почти успел. Ах ты, кто там третий игрок у нас? Я. Yeah. Шо ж ты так, Гурин? Тубат. Тян не собрал. Голодный котёнок. Какие-то они в этой фазе, короче, все жмакать все подряд. Аршадим. Что там за Паша написано? Yeah, кто такой Паша? Ну, как прям громко мы жмакаем-то. Чан прямо так старается. Уже 50. Но носом еще, наверное, добавляет. Третью кнопку, да? Монстр Маднес. А это что, не Маднес было? Зап, такой. Опять цвета по цвету, что ж такое-то? Блин. Тоже по цветам. Подождите, я переверну кнопки. Не можем ждать. Переворачивай клавиатуру. Так, один сюда. Или кто у тебя там? Так, чё, синий. Синий. А, просто кто первый стрельнёт. Ну да. Ай. Ай. Можно ещё вообще никто не стрельнёт, видимо. А чё, у меня не работает? Вроде все трое стреляют.
Да, блин. Я знаю только, где красная кнопка, по ходу дела. А, тут если зашибаешь, что он стреляет, что такое? Да. Ай. Кого это поочередно или просто кто первый? Ай! Кто первый, кто первый? Я только красный успеваю. Что это первая кнопка, блин. А. Ай. Вот 5 или сколько? Come over, у тебя чан, старт нажми быстрее. Кто не будет в следующей игре играть. Это не чан. А, это Гурин? Это я, да. Гурин сегодня у нас голубой. Опять ты что, все по цвету в этой игре, что ли? Ну, она все такая. Ну, чфанька, погнали. Ой, панцу. Зеленый? Красный, зеленый. Чё-то все красный, да зеленый, да синий у меня. Как синий такой, скафандр. Там этот аж как его, как метроид. Ай, блин. Да, блин. Ааа, О! Нужно фломастером нарисовать цвета на клавиатуре. Реакция щепочки просто несравнима. Чего там? Ой, бро, реакция Дерфаса, конечно, я перепутал Дерфаса щепочки. Matching shape find by the crack by hitting. Опять цвета, походу. Не, правда, по форме что-то такое. А, что-то я понимаю, но я не понимаю. Просто угадать, на что там пролетает. Познать, да. Мы все играем или что? Блин, у меня... Попробуем, там только первый игрок. Короче, я переворачиваю джойстик. Надо на клавиатуре играть. А хотя нет, здесь все вроде играют сразу просто это. Да блин, что ж они меняют местами-то все это дело? Чтобы было труднее. Там еще полоска, по-моему, сужается. С перевернутым гораздо легче играть. Кучение. Что там? Где все правильно, красный слева, зеленый по центру, синий справа. Чего? Так у меня Xbox-ский контроллер. Да я не тебе, я говорю, что делать-то надо? А, типа угадать, как оно перевернулось, что ли? А, ну да, как вращается. Блин. Чё-то сложно как-то. Сложно! 4ЕА. С одного раза? Окей. Ну, какая картинка. Так, направо, еще и еще. Право. Player 3, ты чего? Эти картинки. Ох ты ё. Вниз. А, тут что, зад есть? Тут они все, собственно. Блин, чё? Ступил. А, нет? Ха-ха! Я не пространственный вообще. Ну да, чё-то как-то... Чё, ничья, что ли? Типа имя свое ввести, да? А-а-а! Может, просто слово какое-то ввести? Ну да, чё Тренировка, как вводить свое имя. Red Boot Moves Left, Boot Right. Чего? Аут. Ай, блин, а как стереть-то? КБ. Что за слова-то такие вообще? Она какая-то аббревиатура, наверное. Я обгоняю Гурина! Не смог. Ну это похоже на WarioWare, собственно. Примерно то же самое. Таких много игр.
А, перепрыгнуть можно с конца на начало. Ям. Хорошее слово. Я. Это жесть. Ай, блин, я промазал. Ну ладно, игра вроде веселая. Пошел я спать. Ну, давай. Сейчас спокойной ночи. Спокойной ночи. Hit button to stop the jet on the line to... Чего? А, понял? В центре надо нажать. Или нет? Джетуем, короче. Топ-ган какой-то прям. Чё жать-то? Никто не взлетит, походу. И пинга не хватает. О! Пинга не хватает. Пингов! Сколько набрать-то надо скорости, чтобы взлететь? О! А! Мне безумие тут творится уже! А! Как ты столько скорости набрал вообще? У меня 250 всего лишь. О! Никто не прошел. Не хватило немножко. Курин, старт. Че, пропустили что ли? Ну как? Untouchable. Какого буду? О, я в такой играл на Master System. Ну это, блин, ну это круто. Чего не надо бить? Девочек не бьем. Мальчиков бьем. Это мальчики. Какие-то мертвые мальчики. Че, у меня не нажалось? Ай, блин. Зачем? Это что за центр? Нам надо бить невидимых. Всех бьют. Чё такая-то у меня плохая реакция, я смотрю. Совсем. Да. Нереактивный. Ай. Эй, ёлки! Вы слишком шустрые. Да, да ёп! Да, блин! Три, один ап! Да ёп! Сейчас Гурин выиграет. Да. Единственный лучше всех играл. Он просто тян не бил никаких. О! Ротфайтер, ей! Даже ускорение. Это какой-то, блин, Ghostbusters. С перевернутым контроллером играть? Нифига. О, у меня суперскорость. Ба-банг! Банг. Как ускоряться? Ну давай. Во! Подстава. Нифига у нас там скорость, если мы машины Формулы-1 обгоняем. Да. Курин тащит, я смотрю. Грузовички пошли. Да, блин. Я отстойный. Ха, ничья. Никто не прошел. Старт. Так, Дим, я на перевернутом старт, а вот он. Сколько тут уровней? 19. Собственно, понятно. Это уже какой-то Алекс Кид.
Чё было, я не увидел! Что же будет, когда одна игра останется? Опять цвета, ёпперас, это скакалки какие-то. А, надо нажимать не те кнопки, короче. Нифига себе. Мы те-то нажимать не можем, не то, что не те. Так. Ага, да. А, бум. Зеленый, синий. Блин, мне приходится постоянно смотреть теперь, куда кликать. А ты не смотри. Тогда вам проиграю. Я добрался. Нифига ты! Самое интересное, что если перевернуть геймпад Xbox 360, то кнопки будут в правильном расположении. А я так и играю сейчас. В правильном цвете будет. Старт, Гурин! Старт! Старт! Титис Маустроп. Open door when the... Что? Я не понимаю. А, я все равно не понимаю. Вам надо только своего цвета, что ли, забирать, я что-то не пойму. Я зеленый. А, нужно, чтобы еще мыши совпадали по цвету, видимо. Что за чушь? Оно еще такое тормозевое такое все. Тубает. Ой, у меня гамовер случился. Это у каждого случается. У меня первый раз. Что за ужасы? Опять кладем контроллер и начинаем ходить с ума. Ничья. Надо не забыть перевернуть. О, микромашинки! Все одновременно будем? Опять там какой-то Паша наверху. Надо таки... Даже толкаются. Ай! Спасибо! Да, блядь! О, 3x! Зелененький 5x. Еще себе зелененький. Ох, что творится-то? Упороться и не жить, Я застрял. Ай! Ну, это веселая мини-игра. Уж аркадная, в отличие от предыдущих. Сугубо аркадная, я бы сказал. Спасибо. Да ёлки. Мы с Дерфасом друг друга стоим. Фарм. Фарминг-симулятор. Что? На правильные кнопки нажимать.
опять там по цветам что-то совпадает, не совпадает. Цветулечки, цветулечки, красный, красный, зеленый, красный, синий. Подожди, а как желтого бить? У нас нет желтой кнопки. Всё, мне плохо стало. Блин. Да ёлки! Паровозик, который смог. Copy the hamburger. Подожди ты. Чего вы такие быстрые, как будто в Макдональдсе работали? А. Какой сложный рецепт был. Плохо. Еще и, блин, еще это. Don't grab bomb. Дай. Чё ты не взял бомбу? Я вообще ничего взять не могу. А. Оп. Да, блин. Все неудачники. Final stage. Ух ты. Опять цвета, да ёкалмана. Да. Йоу, да, чё же это, где, чё-то вы такие быстрые-то. Чё-то я не пойму. Чё происходит-то? Чан, ты как очки набираешь вообще? Без понятия. У Гурина вообще какая-то полосочка вместо очков. Меня вообще не стреляет. Стреляй, стреляй, стреляй! Блин, я, кажется, не те кнопки рву! Я перепутал кнопки на клаве. Я думаю, чё у меня вообще ничего не стреляет? Это что за страшные цифры? Пароль. Продолжение. Записывается. У нас все записывается. Что за фигня? Зрителям на паролем. 1-1-1. Ну я хуже всех. Да. Я надежда. А я Мачамп, покемон. Покемоньяк. Все, прошли. Можно переворачивать джойстик. А, это была странная игра, она была слишком японская.
Мне нравится. Понравилось? Там шикарно, мне нравится, да. Ты с нами не играл в Нума Атлетиков этих. Я смотрел вашу игру, можно сказать, играл по Ютубу. Да, играл по Ютубу. Ну то не то. Так то или не то? Не то. Ну что, теперь рампаж? То не то. Или что? Что теперь? Гурин в состоянии еще? Смотрел вы что? В рампаже. В рампаж до утра. Не, она слишком длинная. Ну тебе вряд ли. Ну сейчас я спать пойду. То есть ты хочешь заставить нас с Дерфасом играть на PlayStation 1? Ну как вариант. А завтра уже собраться и Rampage. Завтра Чан, наверное, не будет. Да. Ну кто-нибудь еще будет. Чан у нас хулиган. Харли позовите. Ну вот только Харли в Rampage играть. Там есть женский персонаж. Это кто, зеленый что ли? Ага. Обалдеть. Ну, как вариант. Её позвать. Ладно, пойду, наверное. Ступай с миром. Спасибо, что это пискаете. Тебе спасибо. Ладно. Вернешься, значит, любишь. Завтра только. Ладно, тогда до завтра. Давай, счастливо. Спокойной ночи всем. Поки ночи. Ага. Пип-пип. Ну-с. Какие у тебя планы? Сидеть и долго думать. Хороший, а ты как думаешь? Хороший план. Будем медитировать. Ну, будем медитировать. Интересно, 4 на 4 в World Trophy он поддерживает 2 игрока? По идее, должен. Чего 4 на 4 World Trophy? А, в смысле эти... Игра. Машинки 4 на 4, которые... А? 4х4, которые, что ли? Ага. Не знаю. Я такой игры даже не знаю. Это моя первая игра, которую я добавил в NSFE. Обалдеть. Вот так вот, представляешь? А я даже не знаю, какую я первую игру добавил. Test Drive Offroad 3. Я и прошел в свое время даже. Молодец. Хотя говорят, что она вообще какая-то какая хреновая. Вот, люблю хреновые игры проходить. Не знаю, почему мне так это. Так, во что предлагаешь играть? Я оставляю выбор за тобой. Нет, я оставляю выбор за тобой. Да? Ну тогда ты знаешь, во что ты... один лучше, чем я. Из списка нашего. Список. Mirror on the wall. Я прям не знаю. Ой, не знаю. Что ж ты такой незнайка? Ну не Road Rush же проходить теперь по одному там. Как быть, Дерфас? Нужно быть любимым. Я, короче, полез искать список пройденных своих игр на PS1, потому что я ни хрена что-то не вспоминаю.
Такого хорошего у нас было. Чего? Будут смотреть список своих пройденных игр на PS1, чтобы вспомнить хоть что-то хорошее. Надо смотреть скорее список непройденных игр. Ну, есть очень давно пройденная эта, но она хорошая. Война свиней. Ну, не знаю. Я в такой не играл. Нет. А, не играл? А-а. То есть ты никогда не убивал одними свиньями других свиней? А-а. Ну так давай сыграем. Думаешь? Что там делать? Мы же должны? Мы же должны хорошо провести время? Или нет? Там кооп или как? Или не кооп? По-моему, там друг против друга. Друг против друга как-то, я даже не знаю. Ну там и не может быть кооп, по-моему, потому что там убиваешь друг друга там по типу червячков. Ну что-то как-то даже вообще сейчас. Надо я посмотрю хоть на скриншоты. Вот Hogs Wars, оно как там, да? Hogs of War. А, Hogs of War. Ну да, что-то какие-то они вообще это страшные-пристрашные. Так, тебя щепочек покусал. А я вернулся. А welcome back. Вы что-нибудь решили? Нет. Я чувствую нерешительность. Я решил, что в Hogs of War я что-то не хочу играть. Слушай, какие-то они не привлекательные совсем. Ну ты же понимаешь, что ты говоришь это в прямом эфире? Да. И что такого? Меня будут ненавидеть. Так много фанатов Hogs of War? Ну да. Ну не знаю, что там такого интересного у них. И так мало зрителей. Будет еще меньше, да? В отрицательные числа уйдем. А как насчет... Как она называется, блин? Кто? А, Vigilant 8. Как оно пишется-то, ё-моё. О, Vigilante. Vigilante. 8. Ой, 8. Это что-то такое, стрелялки какие-то на машинах. Не знаю. Может, даже уж Second Offense. Тоже без коопа. Вроде как, да. Печаль. Где можно покаапулькаться? Там что, два игрока будет? Просто один на один или как в этом Vigilant 8? Ну да. Даже без компов, что ли? Не, можно с компами, по-моему. По-моему, просто или можно? Один будет. А я не помню, я не играл на двоих никогда. Эх ты. Я только играл на двоих в Колин Маккрейн ралли. То даже современные какие-то скриншоты попадаются. Это что там, ремейк какой-то был? Вот когда есть версия для ПК с выросшим до упора там графоном. Новые части какие-то. Чёрт его знает. Ёлки. Ещё варианты, Ковальский. Как переводится Vigilant? А?
Не знаю. Это для меня сложное слово. Просто тут русская обложка, так смешно переведено. Да, написано «линчеватель» в гугле. А так, обложка смешная, сейчас тебе покажу. Сейчас, где она тут, я видел. Блин. Ты уверен, что мне это нужно видеть? Ну, там ничего особенного. Сейчас брошу. Что-то оно не загрузилось. Ну, в общем, на ссылку там нажми. Бдительный 8? Да. Бдительный 8. Игровая платформа. Вот игровая платформа была веселее. Бдительный 8. Два в одном еще к тому же. Русская, английская, что ли? Говорят, якобы Fighting Force на двоих в коопе. Это что такое? За зверь. Битимап для PS1. Опять битимап. Что ж такое-то? Ну ладно, не будем битимап. Файтинг, что там? Форсе? Сила. Сила битвы. Или да, бьющаяся сила. О, обложка прикольная. График так себе. Ну это же все-таки пятое поколение. Ну как-то, ну тоже такой придирающийся-то. Сейчас будем пытаться ублажать Дерфаса. Был вообще почти теперь Дерфас. Значит, битэмапов мы уж сегодня наигрались. Чё сказал, сколько ж можно битэмапов-то? Диабло на двоих. Ну, ты готов его проходить долго-долго? Я его никогда не мог пройти, он для меня слишком сложный. Я просто боюсь начинать его, потому что это на полгода затянется потом. Если мы его будем в несколько заходов пытаться пройти. Есть Road Rash Jailbreak для ГБА, тоже с поддержкой сетевой. Этого, коопа. Но ГБА мы не запустим в надпое. Да? Не работаете? Да. Что ж так отстойно-то? Потому что ГБА, ну, по-другому работает. Потому что не на одном ГБА запускается на двух игроков, а на двух ГБА соединенных. Другой алгоритм должен быть в надплее какой-то. Который теоретически есть, я так понимаю, этот как там, линкер этот какой-то есть там. Насколько я понимаю, там корявый какой-то есть. Надо что-то понадежнее уже. Данный момент, во всяком случае, подбирать. Чё, из имеющегося списка тебя ничего не устраивает? А, я про него даже забыл. Давай что-нибудь из имеющегося возьмем. Ну, бомбермен, это, конечно, жирно. Это надо пятерых-четверых. Человеки нужны. О, ну можно, давай Гаунта лепнемся. Ну, Гаунтлет, это как Диабло будет, тоже надолго. Да ёлки. Ну, я говорю, можно и Диабло начать, и Гаунтлет начать, если ты настаиваешь. А что, подожди, а в Need for Speed тоже можно проходить, или там ситуационные гоночки? В Need for Speed там это я подразумевал этот коп за полицейских, о котором я тебе рассказывал. Бэ. Чё, бэ? Бэ. Ну, как долгие лучше. Игры пошли, надо что-нибудь на Денди искать. Короче, давай пройдем этот, господи, Monster in My Pocket, что не смогли вы с красным. Ну, давай попробуем. Надо отстоять честь CF Online.
Так, где он тут у нас? Нестопия. На Нестопии будем? Или как? Ну а что? А на чем мы играли еще? Ну, Mad Nothing. А, можно же на этой хрени, точно. Не, ну... Давай попробуем Mad Nothing. Ох. Надо его, это, разгонять. Разогнать. Так, мне нужен монстр и Mad Pocket. Мне нужен монстр и Mad Pocket. Нафин. Тут у меня даже нет папочки для NES-ов. Пока еще. NES Rooms. С кем файл не открылась. Так, пишем. NES. А. Точка, К, А, точка, Famicom. Чего? Ты что там ищешь-то? Не, я папку создаю. А-а-а. Так, Global Settings, Netplay. Будешь там создавать сервачок? Ну, наверное, у меня там даже IP-шник свой прописан. Сейчас тут надо настройки сначала сделать этого NES. Где он тут? Что-то я его не вижу. А, нет, это же это Super NES. А вот Nintendo Entertainment System. Enable. Он что назвал? Ну, там вот так называется в этом. А. Я-то назвал NES ROMS. Все по-простому. Развлекательная система Nintendo. Enable PAL тут какой-то. Интересно, это надо включать? У нас вроде... Какой у нас ROM-то? U. Ты видишь, тут какая-то есть Enable PAL 50 HZ. Scan file name for you, sync to... Ух ты. А, он сам включает, выключает, если там буковка E есть. Кто, регион? Да. Correct, clip, remove 8, split, чуть-чуть. А, что с Гурином случилось? А-а-а. Ему понравилась обложка, наверное. А, божечка. Первый пал жертвой. Ты можешь так эту обложку закидывать, такие же влюдные кварталы, и потом бомбу считать. Как граната, знаешь, только бумажка. Вверх, вниз, влево. А где турбо кнопки? Ну ё-моё, настраивать там что ли придется? Это же гениально. Турбокун. Бутон А, бутон Б. Которая кнопка обычно прыжок? Б или А? А хрен знает, я никогда не вспоминал. Ну, перенастроим, если что, там же можно. Up, down, left, right, X, Z, V, Q. Окей. Okay. Close. Resolution. Сейчас посмотрим, как оно будет, перенастроим, если что. Filters, там все это не надо. Резолюция. Так, add defaulter. Что-то я отстаю от тебя. NES, что-то я не нашел. NES, где NES? NES, NES, ты где? Вот он. Open. Monster in my cockpit. Cockpit. Что-то великовато Сколько получилось. Экран? Надо перенастроить resolution на 2 вместо 4. Наверное. Я там таки троечку. Да, два самое то. Так, Alt-Shift 1, да, там управление. Up, up, down, down, left, left, right, right. Select, start, о, B. Троечка, прям вообще как позже. А, инсерка завершена, ну отлично. Сейчас посмотрим тоже, да. Так, интересно, транслируется даже. Так... Ага. Все-таки B это атака. Перепутались кнопочки. Так, Alt Shift 1. Up, up, down, down, left, left, right, right. Select, start. B. B. A, A. О, другое дело. Так, все, выходим, создаем сервер.
Сервер. Сервер. Экстракт. Midnuffin, блин. Тут есть отдельная под NES какой-то сервер надо создавать. Сейчас посмотрим, чем это отличается. Midnuffin сервер стандарт конфиг. Интересно. Маразм. Надо бы звучок добавить ему Midnuffin. Я уже слэш-сервер написал. Подожди, что? Я тут разбираюсь, почему тут отдельная конфигурация для NES есть. Midnuffin сервер стандарт NES конфиг. Ну, попробуем его использовать, раз уж так написано. Так, лиса 5 секунд, 30. Айпишник помнишь, да? Или нет? М? Эго айпишник мой, помнишь? Али нет? Могу продиктовать тебе его даже. Да я-то... Правда, это, наверное, опасно так диктовать. Я-то его и так вижу, я имею в виду, у тебя он есть? Все нормально? Сейчас посмотрю. 89? Ну да. 89. Так. Как там? Т, да, буковка? Сервер. Ну, я зашел. Куда-то. И ты зашел, да? Заходи, мец. Так, потише немножко сделать надо. Открыть микшер. Ты командуешь. Сейчас, секунду, я потише. На 5 делений. Ну, блин, давай. О, 15. Старт. Селект. Снова старт. Я монстр. Будем сюжет смотреть? Конечно, будем. Как же нам без сюжета-то? Это у нас щепочник никогда сюжета не смотрит. Да, сюжет, конечно, тут на грани фантастики. Я думаю, за гранью даже. Телевизор от Konami. Хотел бы я телевизор от Konami иметь. Главное, чтобы он RGB поддерживал. Ой. Конечно, крестовину Xbox она вообще дно. Ах ты ж. Ай, блин, куда ключ улетел? Оставим его внизу? Наверх пойдем? Или как? А ты как хочешь, где нам лучше? Вот, возьми ключ и возвращайся. Получилось почти. Зачем нам ключ, главный вопрос? Только кидать его? Да. Тебе нужно жизни. Зачем, зачем ты его выкинул? Он пропал. Или может он ниже? Ну не важно вообще. Пропил. Алло. Прыгай. А! Не успеваю. Видимо, большой пинг, у меня долгая реакция на нажатие. А подожди. Ой, почему я на тап пинг хочу себе сделать? У меня 4 пишет, удивительно. 33 МС. Ну, немного, но и немало. Достаточно. Что ух, думаешь про NES Mini? Которая тут недавно вышла. Бездумен, абсолютно. Что ж ты так? Какой там пропал?
Меня заживало экраном. По мне, NES Mini единственная польза — это купить в лицензии эти игрушки и все. Чтоб были. И то они непонятно в какой форме. Ага. Главное, чтобы в лицензии, все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На него побежал. А вот. А, так они еще убивают. Хорошо. Что-то он забыл бросить в последний раз. Какая анимация, ты глянь, а? Прям ну, сколько фреймов-то прямо? Прям фреймирован. А вы докуда вы дошли хоть? Ну, я один там дополз до этого марафона против боссов повторный. Босс Раш. Стол. Чё-то... Проклятый стол! Не допускает нас, да. А, там потом влево, потому что идти надо же. О, там жизнь была, она у нас полностью, в принципе. Ты заценил потрясающий параллакс-скроллинг? Нет. А люди ведь старались, сделали, как стрим поднимается. Вниз атака. А толк только от нее мало. Хоть бы давали какой-то бонус уровень, если ты дотащил. О, я только еще ПДЛа. Прямо оттуда, даже вон края не обрезали. Я ЧПДЛ, кстати, не проходил, по-моему. Ой, надо бы, надо бы. А вот это уже... Там тоже был уровень, надо было воду включать в ЧПДЛ. Мне почему-то он всегда очень сложным был для меня. Что чип, что... Что чип, что Дейл. ЧПДЛ. Я помню, даже первый уровень не мог пройти в первом ЧПДЛ. Я тоже. Долго не мог. Что я не знаю, как босса мочить. Да я даже до босса не доходил. Что же ты так? Вот так вот. Не срослись у меня. Не срослись у меня отношения с ЧПДЛом. Так, кому там жизни лучше, тебе? Тебе. Ты специально съел на одну. На самом деле нет, у меня что-то как-то тормознуто, он прыгнул. Че, вниз, вниз? У него, наверное, вся жизнь прям перед глазами пролетела. О, босса можно им мочить даже. Только особо разницы, наверное, нету. Все равно один удар считается. Ай, блин. У меня одна жизнь осталась. Спасай меня, делись с ним. Я аккуратненько буду теперь играть. Мне нельзя умирать. Мы же все-таки не на аркаде. Ай-яй-яй. Так и забыть можно, что жизни-то ограничены. Блин! Так, я не прососался сквозь него! Где там ключки дай? Да блин, зараза не умирает. Ай! Айк ты! Блин. Не, лучше так не делать. Надо лучше выжидать. О! Ну! Ты что ж ты делаешь-то? Я как-то убежал от него. Да, блин, дурацкий ключ не долетел. Так, сколько же у него жизни-то? Бери с собой ключ дальше. Появится он на следующем уровне. Ауч. Кому-то жизнь дали. Кризис. Кор. Нет, не появился. Ай. Оу! Сейчас всем понадобится. Бери, тебе нужнее, у тебя меньше этих буквок П, у меня аж 4. Почему-то. О! На. Ой, прыгай. Еще. Кто-то как активно. Про двойной прыжок. Активно играет кто-то в гольф. На проезжей части. Ой. Ааа,
Ай, блин, у меня осталось одно. Одно? Один квадратик. Прямой. Я пролетел прям. Эту игру я тоже в детстве много проходил. Ну, правда, ту, которая это, скорее всего, Batman Flash. Блин. Что-то я очень небрежно играю. А вот когда мы играли с Красным, я понял, что я ни хрена не помню. А тогда прямо с закрытыми глазами прям проходил я. Чуть ли не каждый день. Мы были задротными в детстве. Давай, подожди, мне надо... банку. Нажраться. Пилюль. Ай. Я заметил, я более агрессивную игру веду, чем ты. У меня больше очков. Почему тогда у тебя меньше жизни? Ты только два раза умирал вроде. У тебя должно быть тогда... Ай. Я к тому иду, почему у меня 4? А не 3. Не ныряй! Не тони! Ну чё, допрыгнем? Ой, блин. Это аккуратно! Он будет сейчас пинаться этим, и не ходи к нему, пока он вниз не пойдет. Теперь. Это долгий босс. Ай, блин, куда? Как он тебя, а? Ну как мы его. О! Он еще пнул там под конец, зараза. Шо это за вообще за монстр такой непонятный? Ты теряешь жизни. Ты теряешь свой витамин С. Ну зато одновременно умрем, одновременно продолжим. И умерли в один день. А то так придется мне одному тут справляться до первого континуума пространственно-временного. Что-то булькает непонятно вообще, откуда у него булькает со всех сторон там. Вот и потонул. Съел мой бонус. Почти сравнялись там по очкам. Куда бежать-то? Вверх? Вверх? Да. Не знаю, может, когда что-то слева там было? Есть тут какие-то секреты? Интересные. Мужик, уйди. У тебя меньше буквок П. Ай! Чуточку не дотянул. Ну, кто в какую сторону будет бить? Залезай. У тебя такой прямой удар, а у меня царапающий. У меня этот... удар вахтём. У меня когтём. Ай! Блин, я свалился. Тебя свалили? Меня спнули. Ты куда торопишься? Ну, блин. Молодец. Подожди, как так ты появился? У тебя ж гамовер был. Так. Не понял. Смерть это только начало, я же таки монстр Франкенштейна. Сейчас еще круче было, у меня 0 жизни было, я упал на здоровье, у меня стала 1 жизнь. То есть пока ты падаешь, ты можешь еще это вернуться к жизни. Но не в таком случае. Блин! Ты, наверное, Konami код ввел, да? Чё, всё, больше не работает Konami код? Да. Ну, а, видимо, только одна жизнь, один континью есть. Ай! Нифига, я успел.
Может, наверх сразу? Ай, хочу посмотреть, что там еще есть. Не пускают. Какие ярские... Так он там, я уже забыл, эти вверх-вверх, вниз, лево-вправо, лево-вправо, АБ, да? АБ старт, да. Или БА. А это паузу нажимать. Нифига. А первый раз как получилось тогда? Первый раз просто старт нажал. Ой, а нажал. Я говорю, какие яркие красные цвета прям. Красота. Ты играл на черно-белом телевизоре в детстве? Нет. Но он, зараза, иногда перестал работать. Дважды. Трубка садилась. Или как она там называется, эта хрень? В электроучевом телевизоре там. Ломал свои дэнди кинескоп. Ну да. Его мастер приходил специальный, чинил там. И продолжали играть. Как сейчас помню, там прямо был запущен Sonic и Knuckles, и мастер приходил и чинил его, чтобы он работал. Надо бы еще Sonic 3 пройти. Вдвоем? Да. Будет один из бессмертную лису играть. Лисенок Тейлз. Мне лишние жизни дают. Вот что с ней делать? Отстойно быть мертвым. Что ж ты так плохо играл? Вот так вот. Ай! Ну что за фигня? Он тебя обманул. Интересно, а присесть можно, когда он так едет? Нет. Думаешь, нет? Ай, да блин. Сейчас проверим. Нет, нельзя. Сейчас напомню, такой, знаешь, ревматизм легкий. Как так, почти приседал, типа. Еще в таком, знаешь, полуприседе... О, блин. В полуприседе идти бы так еще. Медленно-медленно. А как так, геймовер? Вверх-вверх, вниз-вниз, лево не успел. Continue. А что, сначала придется, что ли? Блин. Ну куда мы денемся-то? Даже надо было налево сходить, посмотреть, нет, там что-нибудь. Уже не пускают. Ну, из тебя я жизнь сделал. Еще раз начнем. Сейчас все равно снова побрем. Надо не забывать, что есть дабл джамп. Все наши поинты слились. Я спрыгну за жизнью. Подставил мне! Один взял, другой. Я тебе спину доверил. Я же сказал, я прыгаю за жизнью. Ты должен был... Не доверь, чем то резко. Защитить свою спину. Главное в дыры не свалиться. Да что ж ты не помираешь-то. Три удара. Так. Ай! Не хватило тебе края. Вот засранец, а! Прыгай! А, успел. Конечно. Ой, блин. Во! Чё, справа есть что-нибудь? Нет, ничего нету. Окей. Немножко... Блин. Они в другую сторону решили пойти.
хрена? У меня камуфляжный костюм. В данной ситуации. У меня тоже. Причем у тебя выгоднее, да? На фоне неба. У тебя только штаны сливаются. Остальное немножко темнее. А лицо? Ты вообще зеленый должен быть. И ты тоже? Нет, я синий должен быть. Я вроде как немножко синий. С бледным оттенком. Ой! Блин. Джойстик вообще нельзя отпускать в этой игре. Хардкор! Блин. Чё-то мы так торопимся. Да не прыгай ты. Они и так прилетят. А прыгуч. Ну ты, о, тебе дали жизнью. За 500 очков. У меня вообще-то опять 4 стало. А, ну да, ты же там свалился. Сколько можно-то уже? Слева ничего нету? Синхронное собирание жизни. Перепрыгивай через него. Блин. Ах ты ж. Подлец. Вот как реагировать на этого засранца, а? Надо знать заранее его манеру поведения, движений поведений. Так, значит, здесь он тоже нужен. Нифига! Вот засранец. По-моему, налево он только в одном случае едет, когда справа приезжает. The монстр, но я не The вампир. Вампиров много, а монстр один. Логично. Там надо было писать The Дракула. Я, получается, монстр Фрэнкенштейнович. Ну да. А я вампир никакой. Бесфамильный. Как говорил Фоменко, вампирка в попе дырка. О. Да какого ты провёлся сквозь мою мощную атаку? Это в рестлинге на ТНТ, если это не в курсе было. Ай, блин, двойной прыжок не сработал. Бывает? Живой? Да, промазал. Ай, топ. Поверху идем, там жизни будут. Аккуратно. Все потратили. Да, да. Вада буду будайда, да? Блин, мне реакции не хватает. Тут еще будет. Ах ты ж! Как-то мы друг друга убили. Как так? А, с ним, в смысле, я думал, мы с тобой друг друга убили. Что-то у меня как-то... Напряг с жизнями, оказывается. Ну куда ты его? Я не знал, что... А куда? Куда меня ты? Ну ты живой хотя бы. А я почти мертв. Вот он, офигенный паравакс скроллинг. Блин. Ну его нафиг этот паравакс скроллинг. Да какой тут паравакс? Все одновременно движется. Внизу! Ты что? Ах, господи, внизу. Тут ты не заметишь это внизу там. Вон оно, внимательность. Глючит все в него внизу там. На шве. На шву. Эмуляция.
Сначала. Сейчас самый дурацкий босс будет, я тогда с красным его полчаса валил. В одиночку. Ну там один удар в 10 секунд. Ау. Расскажешь, покажешь. Сам увидишь, что тут. Да, блин, хватит. Да! О! Нас по одной жизни умирать больше нельзя, тебе причем. А, ну ты канами-код можешь вести, наверное. Вот она. Ай. Почему я присел? Чёртова крестовина! Нет, нифига, теперь. А как тогда? Что-то случилось в прошлый раз. Как ты умудрился? Блин, а вот интересно даже теперь, как это получилось? Ну прям, блин, теперь мне одному тоже опять придется его полчаса валить. О, два раза получилось. Ай. Сейчас ты её быстро загадишь вообще. Ай-яй-яй. Самый ужас, уже второй раз не придется драться. Блин, куда она? В пол. В пол. Рано, ау. Ну вот, собственно, до сюда мы тогда дошли. После этого меня убили все эти динозавры ужасные. Ну так неплохо дошли. Ай. Да, блин. Сверху что-то сыпется. Сосредоточенность. А чё толку, мне три раза еще ударит и континуум. Можно прямо сейчас помирать уже, в принципе. Нет, проходи, проходи как есть. Может, да нет, может ты сейчас за жизнь пройдешь эту уровень. Да конечно. Сейчас вылетит эта трехголовая змея Горыныча, и все на этом закончится. Я не знаю, как их обходить вообще. Будет обходить или нет? У меня главное, голова-то не помещается. Его придавливает слегка. Как его вообще? Классно ты его? Блин, нет, ну... не классно. Сам побеждай. Их... еще их там три штуки будет, по-моему. Ты рожден, чтобы побеждать. Да, конечно. Ну вот и все, собственно. Ну ты как-то сдался легко. Не получилось. Звуковые эффекты с четвертых черепашек прямо. Вот она, водичка. Почему она такая ядовитая, вопрос только. Слишком очищенная. Ну и тогда еще более сложный вопрос, почему потолок в пещере опускается и поднимается?
Думаешь над ответом? Да. В зависоне. Ну, блин. И жизни, главное, не дают же, сволочи. Где он там? Чё же должен быть вроде? Стой! Ты принял. Вот как ты его, да? Принял на себя атаку. Да, блин, прям в морду. Да, ебур! Хорошо, через меня перепрыгнул. Думаешь, там безопасней? Ай. Какой медленный лифт. Отбежали оба. Блин, пардон. Да нормально. Тебе там тоже одной не хватало. Опять лифт, ты шо? Давай. Вот так. Какая у тебя быстрая секундочка-то. Ну, реальная секундочка. Ой. Ты сейчас его сразу так завалишь, что он ничего не успеет. Ну, нам же лучше, по идее. Обманул меня. Сейчас повернет. А! Саб-Зиро прям какой-то. Ай. Чё-то он как-то себя не так ведет, как в прошлый раз. Да подожди ты! Попасть не могу по нему, убегает. Должен быть Кракен? Да. Мне же надо бэкграунд убрали для него специально. Что он есть бэкграунд? Слишком сложный, чтобы отображать его и бэкграунд. Ты какой хитрый. Ай! Чё-то он вечно меня пинает в конце. Пинака! Да, бру! Перелёт. Ай! Я чуть не родил. Засранец будет, да? Мелкий. Да.
Ник. Да что ж такое? А! Дайте ваших пилюлек фирменных уже. Почему у меня на ногах тапочки красные? Ну ты сидел дома, смотрел телевизор, у меня вроде тоже тапочки. У меня вроде носки дырявые. О! Не дается она тебе. А, да, прыгать было. Было. Ай-ай. Ой-ой-ёшеньки-ёй-ёй. У нас еще по одной жизни. Плюс неработающий Konami код. Обе бери. Обе бери, слышь. Так, плохой дядя. Так, что с ним делать? Напомни! Не знаю, я не помню. Почти. Быстро бить, пока у нас еще есть жизни, видимо. Ну и просто отбегать. Ай, шо ж ты творишь-то, дядя? Дядя босс. Перегрелся. Чуть даже никак не пропустить эти начисления очков. Смотри и начисляйся. Синистер Варлок. Как думаешь, можно было придумать название еще более банальное, чем Синистер Варлок? Не знаю. Всего 4 канала на этом телевизоре. Борется с нами тормозами консоли. Перепрыгивай их просто, у них слишком много жизни. О, какие они прочные. Нет, не замедляй его мне! Его можно трогать, интересно? С собою. Лучше не надо. Поймет не так. Нет, нельзя. Он все равно убьет своим изображением. Ай, блин, сейчас помру.
Эта игра учит тому, что телевизоры вредят. Особенно телевизор от Konami, да? Да. Телевизоры от Konami могут жить боссы. Будем смотреть черный экран. Что, неужели, ну, неужели в этой игре нет Мунволкера? Блин, и правда. Так себе игра в общем. Без Или она вышла до Мунволкера. Без Мунволкера не катит, да? Сейчас такая Music by Michael Jackson. А, и страшные цифры. Да. Ну, боюсь, там даже Гурин не переведет, там какие-то вообще непонятные были кресты. Все, зависло. Телевизор сломался наконец. Все, больше никуда не пускаю, ничего не нажимается. Так вот, вот так вот. Полный конец игры. Вверх, вверх, вниз, вниз, лево, вправо, влево, вправо. А, Б, старт. Вверх, вверх, вниз, вниз. Где у меня, где Б, это вопрос самый главный. Не работает. Ну чё, всё, закрываем монстров и карманы. Окей. Okay. Монстров по карманам распихали. Чё дальше? Ну, дальше, наверное, спать. Ну как, внезапно? Да. Игра как-то быстро закончилась, а я уже не готов во что ещё играть. Можно было бы, конечно, в Чипандайле, чтобы, так сказать, отомстить за порушенное детство твоё. Можно пройти Чипендель 1, нет. Потом Чипендель 2, потом Чипендель 3. Есть даже 3. Которые во Вьетнаме. Ох ты. Это что такое за 3 во Вьетнаме? Ну где эти? Против... Ну, в общем, они там в дебрях джунглей ЧПДО сражаются с военными. Я о таком не слышал никогда. Мало кто слышал. Не знаю, что-то я Чипа Дейлов не готов проходить. Так что я склоняюсь... А? К тому... Я говорю, Чипа Дейлов что-то не готов проходить, так что я склоняюсь больше к тому первому варианту действий. С патушки? Ну, кто-то с патушки, кому-то давай еще... Патушки. Кому-то еще стрим тут обрабатывать, так сказать, загружать... И тому подобное. Ютубу. Ну да, в том числе. Ну ладно, тогда пока. Да, наверное. Пойдем спать, дышки. Завтра тебя не ждать, как я понимаю. Скорее всего, нет. Окей. Не будем, ладно, вам не будем. Без меня будет хорошо, даже лучше. А как раз у нас появится, может, его тоже не будет завтра. Что-то сегодня вообще его нету. Да, какой-то он пропавший красный. Потерял цвета. Все, нет, все, цвета возможные, все красные возможные псевдокрасные цвета ушли на вампира и ту эту башню. Ладно, все, давай. Покойной ночи. Пока. Пока. Спасибо. И так далее. Пожалуйста.